Ну что ж, всем привет, друзья. Мне пока что до сих пор непривычно все эти прямые эфиры. Надеюсь, что вы меня видите, слышите, что звук у меня идет, видео не тормозит и так далее. Итак, те, кто меня не знает, я кратко представлюсь. Меня зовут Михаил Афанасьев. Я директор музыкальной библиотеки Imagine Music. Мы занимаемся тем, что делаем трейлерную музыку. И я работал как с кучей российских проектов, таких как там «Вторжение», «Последний богатырь», что первый, что второй, «Лед», первый, второй, «Притяжение», и очень-очень много других сейчас, там «Тайны печати дракона» и так далее. Что с зарубежными проектами, как бы такими как «Годзилла 2», «Малыш на драйве», «Доктор Сон», что там было, «Капкан», «Очень странные дела», третий сезон и так далее. Вот, у меня есть вот такая статуэтка голливудская, полученная за трейлер «Годзиллы 2». Ну вот, в принципе, на этом я и ограничусь. В общем, я занимаюсь трейлерной музыкой, и именно о трейлерной музыке на этой трансляции я и буду говорить. Как вы знаете или не знаете, этот стрим второй. То есть первый стрим мой был про, скорее, ответы на вопросы, которые у многих людей накопились. Как бы я понимал, что я могу ответить на многие вопросы, потому что когда люди спрашивают их лично, у тебя как бы не всегда есть время на все ответить, а здесь как бы вот в таком формате можно было просто пообщаться и поговорить. Вот. Но после стрима меня многие как бы спросили, точнее пожелали того, чтобы в будущем было побольше именно разбора самой музыки, потому что то есть в теории говорить об этом всегда интересно, но потом, когда ты садишься за секвенсор, у многих как бы не совсем есть понимание того, что делать дальше со всей этой информацией. Вот, и поэтому я решил в этом стриме сделать разбор трека от начала до конца, как бы то, как я... Он написан совсем недавно, поэтому мне очень удобно делать его разбор, потому что я вам очень свежие, скажем так, эмоции, впечатления от создания этого трека могу передать. И, собственно, то, как я его делал, я могу вам рассказать подробно, что я буду сейчас делать. Конкретно о треке. Что это за трек? Этот трек написан для одного из альбомов будущих для моей библиотеки Imagine Music. Если конкретно, он написан для альбома Resistance 2. Если вы следите как бы за нашей музыкой, вы знаете, что у нас был такой альбом Resistance. И там был такой Dark Hybrid Epic. Вот, Dark Hybrid Epic, в общем. Сейчас разрабатывается вторая часть, в ней точно так же все будет Dark, то есть темное, все будет гибрид, то есть куча синтезаторов с оркестром. И все это максимально блокбастерно, эпично и так далее. Вот, и, соответственно, этот трек один из тех, который написан в этот альбом. И как раз он очень удачный, потому что я очень часто людям говорю о том, что обычно надо вынашивать идею, обычно надо там готовиться заранее и думать о том, что ты будешь делать, прежде чем садиться вообще за секвенсор. И я до сих пор как бы считаю, что это самый правильный подход. Но именно этот трек был написан немножко на ходу, скажем так. То есть я вам сейчас покажу, как бы, с чего я начал его, и на ходу его додумывал, придумывал, опираясь на идею альбома, то есть на то, что это должен быть трейлерный трек, он должен быть dark, то есть темный, он должен быть гибридный, и он должен быть блокбастерный. То есть это вот мои вводные, на которых я основывался, когда делал этот трек. Да, видео иногда будет затормаживать, пока что у меня как бы других дома тут нет лучших условий, увы, мы все по домам закрыты. Вот, я буду смотреть, структура нашего вот этого стрима будет следующая. Я буду как бы идти по своей какой-то программе, которую я наметил, и основные все вопросы мы будем разбирать уже после того, когда я закончу как бы показ вот всего, что я запланировал. Но при этом я буду останавливаться в каких-то моментах и как бы смотреть на то, что, ну, то есть на то, какие вопросы за этот момент накопились, то есть вы их можете писать, но, скорее всего, большое количество вопросов будет перенесено на самый конец, как бы, а уж только те вопросы, которые нужно ответить вот прямо сейчас, на них я буду, скорее всего, в промежутках где-то отвечать. Уже вижу вопрос, что значит гибридный. Гибрид – это очень просто. Гибридный – это значит смесь оркестра и синтезаторов. Ну, то есть некий оркестр, саунд-дизайн, да, там, то есть... Ну, вы поняли. То есть чисто оркестровые пьесы, есть чисто синтезовые, синтезированный звук, а гибрид – это, собственно, гибрид оркестрового и синтезированного звука. На самом деле, очень широкое понятие, поэтому я его не особо люблю. Как бы гибридным может быть абсолютно любой современный трек, потому что сейчас без синтезаторов очень сложно обойтись. Но вот так заведено такие треки называть.
Итак, давайте я долго распинаться не буду и сразу буду переходить к делу. Вот это я сейчас окошко закрою. Итак, вот Cubase. И, собственно, наша с вами сессия, которая, с которой мы будем сегодня работать. Я специально убрал, чтобы... То есть, смотрите, дело в следующем. Я когда думал о том, как все это дело показать, я знаю прекрасно на своем опыте, что когда тебе уже показывают готовую работу, это примерно... Это не совсем то же самое, что если бы тебе показывали в процесс создания, да, трека. То есть ты все равно смотришь некую постфактум работу и какие-то вещи, которые как бы в рабочем процессе используются, они, ну, в готовом виде уже как бы теряются. Человек даже забывает о том, что он их делал. Вот. Поэтому я, насколько возможно, постарался все равно воссоздать именно как бы путь, по которому я делал этот трек. То есть воссоздать путь, ну, именно то, как он создавался, чтобы вы следили именно еще за развитием мысли как таковой. Но, естественно, я сейчас не смогу уже сделать что-то там, да, если я подбирал какую-то мелодию, я не смогу ее вам точно так же сидеть и подбирать, да, то есть она уже подобрана, она уже написана, так что я ее буду показывать уже в готовом виде. Но в любом случае я буду показывать, как он изначально собирался, с чего я начинал и чем заканчивал. Вот, сейчас я одену наушники. Итак, для начала начнем с чего? Начнем со структуры, собственно, проекта, прежде чем вообще переходить как бы к, ну, к производству трека. Для начала у вас по-хорошему, как я и раньше говорил, должен быть некий готовый уже темплейт, удобный для использования. Вот, то есть вы должны настроить для себя изначально пространство, в котором вы уже будете дальше разрабатывать какой-то трек, желательно с какими-то уже готовыми дорожками, расставленными по каким-то местам и так далее. Потому что, если вы это будете делать, у вас будет меньше времени уходить на, собственно, вот тыкание мышкой, там, перемещение треков, переименование, назначение цветов и так далее. У вас на все это время уходить не будет, и вы больше будете погружены как бы в творческий процесс, чем вот, вот в это микро вот это управление, которое очень выматывает, когда вы часто этим и много занимаетесь. Я думаю, все как бы на себе это испытывали. Я быстренько пройдусь и расскажу вам, как устроен, собственно, мой вот этот темплейт. Я потом его чуть позже буду рассказывать. На данный момент здесь нету звуковых дорожек. На данный момент здесь лишь папки, в которых лежат групповые треки, в которые дальше потом что-то идет. Но сейчас я разберу вам по порядку. Но я к тому, что здесь еще пока что никакой музыки и звуков нет вообще. Да, спрашивают, ну, уже много раз спрашивают, запись будет, да. Запись сохранится на этом же канале, по этой же ссылке, поэтому вы, в принципе, можете просто все это оставлять, ссылку я имею в виду, и в закладке. И если у вас сейчас нет времени, вы можете спокойно потом это посмотреть. Итак, темплейт начинается с того, что здесь первым делом идет сразу же линейка с секундами, потому что, когда вы делаете трек, что для кино, что для трейлерных библиотек, вам всегда нужно понимать, сколько он длится. У вас как бы не бесконечный предел по времени, и вам нужно понимать, какая часть у вас сколько длится посекундно, сколько у вас весь трек длится, и где-то, возможно, урезать и так далее, потому что средняя длительность трейлерного трека любого 2 минуты 30 секунд, но это очень-очень средняя. Естественно, бывает по 2 минуты, бывает там по 3 минуты, но в среднем трейлеры длятся 2 минуты 2-2.30. И поэтому вы, когда делаете трек, вам нужно изначально как бы подгоняться под это время. Вот. Соответственно, дальше идут маркеры, которые, если честно, я здесь их поставил, они здесь стоят, но если так потом посмотрите, они вообще не соответствуют никаким таймингам в этом треке, потому что я, если честно, они здесь стоят, но я их редко использую, то есть очень редко, когда мне приходится... Появляется ситуация, когда мне нужен этот маркер. Обычно я и так проект вижу, знаю, и мне по нему перемещаться удобно. Но на всякий случай они здесь стоят. Особенно это важно для музыки для фильмов, скорее, а не для трейлеров, потому что в фильмах как раз-таки вот эти маркеры иногда чуть более важно поставить, потому что ты не всегда знаешь, как бы... Ты не всегда знаешь, в каких моментах там что переключается. На глаз это иногда не видно, поэтому, ну, в общем, вы поняли. Дальше идет темпо-трек, то есть не просто темпо, а темпо-трек, чтобы, если что, можно было поменять темп, причем, ну, как вы знаете, да, то есть здесь можно рисовать, не буду этого делать, ну, то есть вот, то есть я могу менять темп, если вдруг мне понадобится, я всегда как бы могу этот трек взять. Далее начинаются группы. Сейчас все это дело покажу. То есть сначала идет струнная группа струнных, и здесь по простое разделение сустейны и спиката. То есть я знаю, что
артикуляции у струнных намного больше, но по сути для меня это некое деление на, знаете, вот long и short, то есть короткие артикуляции и длинные артикуляции. В спиката, в группу, туда могут войти и пицциката, если, ну, мне никогда не приходилось, если честно, использовать пицциката в трейлерной музыке. Но туда может войти и пицциката, и какие-то марката, возможно, и если, ну, в общем, все, что тянется длинное, все идет в сустейн. Все, что короткое, идет в спиката, по-хорошему это надо назвать шорт, но неважно. Дальше под каждой из этих папок идет две группы, то есть high sustain, low sustain. Ну, то есть все понятно, верхние струны, нижние струны. В нижние обычно идут басы и виолончели, в верхние обычно идут, ну, соответственно, альты, скрипки, первые, вторые. Вот. Эти группы дальше идут, то есть все треки, все дорожки со струнами идут в эти группы, а из этих групп дальше перемещаются в общую группу strings, где они дальше потом уже настраиваются. Вот. Далее идет пианино. Если здесь будет одно пианино, но бывает, что оно не одно. Вот. Поэтому я делаю группу. Дальше идет брас, то есть медь. В медь, как вы видите здесь, также как по соотношению, по аналогии с тем, что было до этого, точно так же здесь идет 4 разных группы: трубы, валторны, тромбоны и тубы. Но тубы — это очень условно, там не всегда именно тубы, иногда там разный бас. Все, что связано с брасовым басом, там находится вот в тубах. И все это дело потом идет в секцию брас. Вот. Соответственно, перкуссия, куда идет вся перкуссия без какого-то деления, хор, хиты. Внимание уделите тому, что перкуссия и хиты — это не совсем одинаковые вещи, и поэтому они в двух разных группах. Я чуть позже буду подробнее показывать про все это дело. Дальше идет синтезаторы. Раньше я вот эту группу делил на очень много всяких там брамсы, арпеджиаторы, пульсы там и так далее. Все это делил по группам еще отдельным, которые потом отправлялись в эту группу синтезаторов. Потом я понял, что в целом в треках настолько разные бывают фактуры, и иногда смысл в некоторых группах теряется. Вот. Дальше идет группа FX, где номинально здесь разделено на райзы, вуши, даунеры и FX. Но если вы, например, потом посмотрите, даунеры у меня перекочевали в хитс группу. Зависит тоже от ситуации. Зависит от того, даунер у тебя является FX или даунер у тебя является полноценным хитом с саббасом уходящим. В общем, это все такое относительное. Ну, в общем, группа FX включает, соответственно, все FX. Вот. И все это дело, все, то есть все вот эти вещи потом дальше идут в full mix, где здесь, смотрите, здесь висит обработка, это лимитер. Я его повесил исключительно для этой трансляции, то есть обычно у меня здесь никакого лимитера не висит, потому что мне нужен запас по громкости достаточно большой. Мне легче на мастеринге потом вытащить этот трек по громкости очень сильно, чем иметь здесь какие-то, ну, то есть на уровне микса иметь какие-то пики или еще что-то. Вот, и, соответственно, я здесь сейчас поднял на 4 дБ. Если вдруг вы скажете, что тихо музыка звучит, я смогу еще побольше поднять. Но этот лимитер висит здесь исключительно для трансляции. Вот, но, соответственно, на группе Full Mix ничего не висит, она лишь сделана, я объясню для чего. Для того, чтобы у вас вся музыка могла переходить вот сюда. А, например, потом, если у вас, например, фильм, еще звук из фильма идет, и у вас картинка с музыкой, там, ой, с аудио есть, вы можете их отделять друг от друга. То есть вы можете музыку заглушить, заглушив вот это вот все, да? Или же вы можете, там, например, фильм, ну, вы поняли, в общем. То есть это отделяет от того, чтобы у вас стереоканал финальный, да? Стереоканал был абсолютно свободный, то есть на нем было, не было вообще ничего. Вы, конечно, можете делать по-другому, но вот по моему опыту это самый удобный вариант как бы управления проектами для меня. Фух, вот. Теперь начинаем переходить к самому треку. То есть вот я открываю, грубо говоря, проект, у меня там какие-то дорожки, но они на данный момент еще пока никак не использованы. С чего я начал делать этот трек? Как вы видите, да, здесь очень много дорожек, но я их буду показывать вам, как я и говорил, то есть я их буду вам открывать постепенно, чтобы вы понимали, в какому, как примерно создавался трек изначально, то есть какие инструменты появлялись, а какие потом добавлялись, чтобы вы понимали ход как бы процесса всего. Итак, все началось как бы вот с этого синтезатора. У меня почему-то звука его нет. Сейчас, секунду. Вот, отлично. Видимо, наконец-то появился.
Все, скрываем все это дело. Я не знаю, с чем это связано. Я поставил ровно те же настройки, которые были. В общем, тайна. Давайте продолжим. Сейчас посмотрим. Все, появился. Отлично. Давайте продолжим, да. Теперь я переключаю вам окошко на Cubase. Да, все переключилось. И теперь возвращаемся к нашему проекту. Уж извините за эту техническую задержку. Ну, в общем, теперь... Да, все, теперь звук есть. Отлично. Итак, вернемся к нашему треку. Начался этот трек со следующего. Я просто сел, загрузил синтезатор, конкретно Зебру, потому что я ее недавно купил, как я говорил, мне она понравилась. Я сидел и просто нажимал кнопки, да, и... Да, грубо говоря, вот сидел и наигрывал что-то. И потом думаю, блин, из этого можно, в принципе, сделать хороший трек. Материал, как бы, откровенно, ну, очень простой. То есть это далеко не идея фундаментальная какая-то для трека. Но я сел и начал его накидывать. Да, чтобы вы понимали, этот пресет, который здесь стоит у Зебры сейчас, это почти дефолтный пресет, который чуть-чуть только изменен. То есть когда ты открываешь Зебру, примерно вот такой звук и звучит. То есть я не особо начал, скажем так, не особо оригинально. И именно поэтому я как бы и хочу вам именно этот трек показать. Итак. Прошу прощения. Мы берем этот синт. Как вы видите, почти ничего особенного. Потом... Я захотел сделать тот самый переход, который я вам показывал, то есть когда появляется некий бас, потом идет на следующую ноту, там на, получается, субдоминанту, и опять идет в тонику, да? И дальше здесь примерно то же самое повторяется, только на седьмую ступень, да? Субдоминанта, шестая ступень. Как вы видите, дальше ничего не поменяется. Поменяется лишь то, что просто растет кольцо модуляции, звук становится чуть агрессивнее. Вот, это все понятно, как бы я сделал как бы некую мелодию, с которой я могу начать. Но мне, чтобы дальше как бы что-то с этим делать, надо было придумать конкретную структуру. И прежде чем использовать только этот синтезатор, я решил к этой структуре еще добавить пианино. Вот, я вам сразу скажу, смотрите, у меня здесь сделано все следующим образом, чтобы не было вопросов. Как вы видим, у меня есть main synth, да, инструмент, то есть зебра, который я вам показал. А дальше идет тоже канал main synth, но это аудио. Все очень просто. В Cubase есть функция Render, которую я часто использую просто для того, чтобы у меня не захламлялся, процессор лишний раз не работал, потому что каждый плагин весит сколько-то там, да, требует сколько-то там ресурсов, и когда ты их можешь выгрузить, почему бы их не выгрузить, когда ты уже написал партию и знаешь, что она финальная. Вот, соответственно, я буду, чтобы у нас тоже все не лагало и не глючило, я буду отключать как бы лишние вот эти вот... Я вам показал зебру эту, да, вот я ее отключил, остался теперь все то же самое, только... Только в виде аудио. И вы потом увидите, что все вот... У меня очень много как бы будет вот таких вот каналов, которые дублируются, потому что один отключенный инструмент, а второй это аудио. Ну и, в общем, вам советую тоже так делать, если в вашей станции рабочей есть такая функция. Вот, потому что машина у меня далеко как бы не самая слабая, но при этом у меня все равно не хватает ресурсов, когда дело заходит уже до финального сведения и так далее. Итак, у нас есть фортепиано, вот, собственно, инструмент, там ничего особенного, там Олафур, Арнольдс, вот эта Spitfire серия, и там взято какой-то cold piano, или как-то оно называется, felt piano, я не помню. Ну, в общем, пианинка это звучит следующим образом.
Как вы видите, она очень тихая, то есть она далеко не главный элемент этого всего трека, но мы как бы... На данный момент я вам показываю именно ее, потому что вместе с вот этим вот синтезатором, который я вам показал, она составляет, собственно, всю структуру будущего трека, который я потом начал делать. То есть как только я начал делать, первым делом я намечаю себе структуру. То есть у меня должно быть, да, в обычной трейлерной структуре обычно происходит следующее. Есть интро, там есть развитие в середине, там есть финальная часть, которая нагнетает, там нагнетает напряжение. И в конце иногда есть доп-концовка, иногда нет. И я объясню чуть позже, как решить, можно ли добавить концовку или нет. И в конце идет некий финальный титр. Вот, это примерно дефолтная структура. И именно вот этими двумя каналами я хотел как бы ее и накидать. Давайте сейчас просто прослушаем то, что звучит вот синтезатор и пианино. Как видите, все очень просто, то есть аккорды незамысловатые. На этом заканчивается интро. То есть я в голове знаю, что потом это интро будет немножко сложнее, да, и немножко... Но главное, как бы скетч я себе наметил. То есть я себе поставил галочку о том, что интро формально как бы есть. Я иду дальше, делаю серединную часть. В середине части я начинаю, собственно, вставлять свой первый вот этот мотив трека, да, который я, собственно, придумал. Появляется бас, да, шестая ступень, четвертая ступень. Естественно, на данный момент сейчас все, можно тебя чуть потише, а трек погромче, да, можно. Сейчас я себя, точнее, сначала сделаю трек погромче. Но вы тоже должны учитывать, что трек станет громче, просто сейчас мы смотрим далеко не самые главные его элементы. Но давайте пока что сделаю на 8 дБ трек и себя... Где тут я? Вот это я. Фильтры, экспандер. Сделаю, например, на... Давайте, я думаю, вы и так меня услышите, пусть будет 14. Нет. Так, продолжаем. То есть, как вы видите, вот эта серединная часть, у меня есть некое развитие, но она очень пока условная, и, мягко говоря, этот мотив начинает заколебывать уже к этому времени, потому что он очень одинаковый. Дальше начинается финальная часть. И как, так далее. Как вы поняли, ничего особо не меняется. Вот это предложение будет повторено 3 раза, но только в третьем разе, как бы в конце. Появится чуть дополненная концовка. Вот и все. То есть, в принципе, почти ничего не поменяется. И в конце финальный аккорд. На данный момент, то есть у меня уже есть очень формальная, очень приблизительная, но структура трека, которую как бы я буду придерживаться. И причем обратите внимание, что финальная часть достаточно большая. Она занимает, если не половину трека, то как бы, ну да, наверное, слушайте, наверное, даже половину трека. Вот. И, соответственно, я поэтому не добавляю сюда доп-концовку, потому что и так достаточно громоздкая финальная часть. Если как бы ее использовать, то места на доп-концовке, скорее всего, не останется. Вот. Но если бы у меня, например, она была покороче, если бы структура была чуть другая, то, возможно, бы доп-концовка обязательно бы появилась. Вот. Это лишь я вам не говорю, как надо. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Я сейчас не говорю, что вот так надо делать всегда. Я не хочу, чтобы вы взяли потом и посекундно копировали вот эту вот структуру, которую я здесь показываю, только лишь потому, что я вам ее показал. Я лишь рассказываю логику, при которой строился вот конкретно данный трек.
Вот. Ну, в общем, суть в том, что с синтезатором из фортепиано мы сделали основную структуру, теперь надо ее начинать усложнять, да. Как здоровье пишет. Ну, в общем, да, вопросы уж как здоровье, я думаю, потом отвечу. Мы дальше начинаем усложнять трек, да, и мы первым делом, то есть я, когда начинаю усложнять трек, я начинаю добавлять туда главные какие-то ключевые элементы, которые обязательно там будут. А у нас как бы в трейлершине почти всегда есть перкуссия. У меня здесь перкуссии не очень много. То есть если брать перкуссию, то у меня здесь всего лишь, то есть, Decimator Drums от Audio Imperia, которые, насколько я знаю, даже сейчас уже не таких нету, уже они как-то заменили их, по-другому стали называть и так далее. И Damage Ensemble, Armageddon Ensemble из Damage, из Heavy Osity Damage. Все это дело, обычно я просто беру Decimator Drums. Как видите, ничего сложного. Затем я всю эту тему дублирую с помощью Damage. Делаю это исключительно для того, чтобы добавить просто какого-то тембра, звука, массы и так далее. То есть, чтобы просто разные какие-то тембры играли, да? Причем, как вы видите, дальше не только velocity растет, но еще и усложнение идет на уровне нот. И вместе они звучат так. Вот так. Ну а самое главное, что благодаря тому, что я сделал, грубо говоря, на этом этапе эту перкуссию, я могу уже усложнить как бы аранжировку, да, на данный момент. У меня вот эта часть начинает развиваться. То есть, ну, здесь пока еще ничего не происходит, но если мы мотаем дальше... Да, уже появилось какое-то в середине развития, нам есть куда поднимать уровень динамики. Я хочу обратить ваше внимание на то, как именно сделан рисунок ритмических ударных, потому что в трейлершине очень важно, когда ты делаешь ритмическую вот эту секцию и особенности перкуссию, очень важно понимать, что под это все дело будет ложиться какой-то монтаж определенный. То есть очень многие авторы, как бы начинающие, любят делать перкуссию, ну вот пример такой, как она была здесь. Я имею в виду какой-то беспрерывный и постоянно как бы играющий какой-то определенный рисунок и так далее. Но как бы, когда вы делаете трейлершину, то есть вам важно расставлять монтажность как бы трека внутри, и в особенности на это все дело влияет перкуссия. Когда вы добавляете вот такие ударные с какими-то явными динамическими паузами или наоборот динамическими всплесками, то есть у вас есть определенные точки, на которые можно менять кадры, и у вас есть определенные точки, в которых звучание уходит, чтобы туда вставить какой-то звук, диалог, какой-то более спокойный кадр и так далее. Если у вас просто переборы, какие-то перкуссии постоянно идут, скорее всего, все это будет немножко однородно. То есть в трейлершине очень важно расставлять динамику, и вот ударные больше всего помогают это делать. Thank you.
Вот, следующее, что важно заметить здесь, это то, что, я не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но если посмотреть на перкуссию, вот на ноты, да, которые здесь написаны, если присмотреться, вы видите, что они вообще не очень ровно стоят. То есть здесь в очень маленьком диапазоне сделана некая рандомизация по времени, совсем небольшое количество миллисекунд. И сделано это специально для того, чтобы живой музыкант ровно играть вот так, как здесь сделано в секвенсоре, никогда не сможет так ровно играть. Когда вы делаете вот малюсенькую вот такую рандомизацию, в Cubase есть специальная для этого функция, она находится вот здесь, если вдруг кто не знал. Вот, то есть вы ставите тики, нажимаете quantize, и он рандомизирует вот. Вот, я не знаю, как в других станциях, но как бы очень важно делать подобные вещи, потому что ваша музыка начинает звучать намного... Она начинает просто чуть живее звучать, просто за счет того, что вы сделали все чуть-чуть более естественно. Расскажи, пожалуйста, потом про эквализацию перкуссии, как она с хитами. Да-да-да, об этом все будет, вы не переживайте. На данный момент я вам скажу так, что на данный момент то, что мы делаем сейчас, единственное, что сейчас я вот эти штуки уберу. А, они походу, и так убраны. Нет, не убраны. Я вам потом покажу. Собственно, вы должны понимать, что к сведению мы перейдем немножко позже. То есть на данный момент сейчас у нас идет полностью необработанный материал. То есть все, что я сейчас показываю, то есть это вообще без какого-либо сведения. Вот я сейчас ревера убрал, теперь у нас более сухой, да, будет звук. Вот, теперь у него нет ревера. И, соответственно, сейчас на каналах вообще ничего не висит. Сейчас получается, что структура трейлера закладывается в композиции трека, а монтаж будет после. Да, в этом как бы главная особенность трейлерщины. Я рассказывал это как раз на прошлом стриме, что трейлерная музыка пишется до того, как ее куда-то возьмут. То есть вы пишете трек, вы отдаете его в библиотеку, эта библиотека отдает его монтажерам, и монтажеры оттуда из библиотеки уже выбирают какие-то треки и монтируют под них. Да, соответственно, вы уже должны предугадать идеи, которые делает монтажер. То есть он придумает какую-то классную, гениальную идею, на которую потом намонтирует классный какой-то трейлер, который там для «Мстителей». Вы должны предсказать эту идею, вы должны предсказать его мысль и сделать трек, подходящий уже под эту конкретную мысль. Это очень сложно, как бы, но это то, как эта индустрия работает. Поэтому как бы очень важно иметь хорошие аналитические способности, чтобы понимать, куда и какое, что нужно писать, что сейчас будет актуально, не что сейчас актуально, а что будет актуально. Ну вот, и планировать, как бы, для каких фильмов это может, открывать прям список фильмов и смотреть, что выходит там в ближайшие 2 года, под что может подойти там конкретно вот этот трек там, да, ну и так далее. Как часто такая последовательность в проектах используется? 99%, ну ладно, 95% случаев. То есть 5% это когда делается кастом-треки специально под монтаж. Но такое происходит редко достаточно. То есть обычно музыка лицензируется, и библиотеки созданы для того, чтобы музыку лицензировали у этих библиотек. Именно так все и работает. Это, вы понимаете, если мы говорим про трейлеры. То есть в кино, естественно, в кино музыка пишется для кино. Музыка пишется обычно под монтаж. Там, в сериалах по-разному. Бывает, музыка пишется под монтаж, бывает, музыка просто пишется, а потом под нее делается монтаж. Бывает, музыка берется со сторонних библиотек и кладется под монтаж. Все по-разному. Давайте вернемся к треку. Следующее, что у нас идет, то есть следующий из элементов, который однозначно будет в треке, который я сразу же как бы берусь дальше добавлять, это медь. И сейчас я объясню, почему именно медь. Давайте я сейчас сначала ее добавлю, покажу вам. Вот это все дело у нас это медь. Как вы видите, здесь тоже один канал это инструмент, он вырублен. И здесь дальше идет просто аудиодорожка, собственно, с этим инструментом. Здесь не обращайте внимания, если вдруг будут вопросы, здесь просто клик, который мне пришлось вырезать. Я не знаю почему, Cubase именно Native Instruments, вот Symphonic вот эту валторны, он выводит почему-то постоянно с кликами, я не знаю почему. Поэтому приходится вот так вырезать. Давайте здесь разберем сначала, что у меня вообще происходит в этой секции. Соответственно, у меня, смотрите, как я говорил, у меня есть трубы, валторны, тромбоны и тубы, но конкретно трубы я, если честно, почти не использую, то есть в трейлершине. Не знаю почему, потому что тембр достаточно специфический, по моему мнению, то есть он создает очень определенную окраску, он, знаете, типа как, например, гобой.
да, то есть гобой, который очень определенный прям звук имеет, и как бы вставлять его везде просто, просто так, вот просто для фона, не всегда как бы уместно, мне кажется. Точно так же трубы, они достаточно определенное звучание создают, оно мне иногда не нужно. Вот. Поэтому да, конкретно здесь у меня есть валторны, 3 слоя, тромбоны, 2 слоя, и тубы, ну точнее басы, скажем так, 3 слоя. Что за слои? Я вот на прошлом стриме примерно это показывал, рассказывал, но я сейчас чуть подробнее тогда остановлюсь. Основными слоями у меня идут, это лично мое, опять же, предпочтение, Symphonic, этот Spitfire, как он, Studio Brass, по-моему, они называются, или Symphonic Brass, да. Spitfire, Symphonic Brass, также у меня используется Spitfire, Symphonic Strings. Да, вот в ими я делаю основные вот эти слои. А остальное туда потом подмешиваю просто. Второй слой здесь всегда идет у меня трейлер Brass от Musical Sampling. Очень классная библиотека, я ее купил и с огромным удовольствием использую. Вот, потому что у нее очень жирный звук. Ну, я вам сейчас покажу, смотрите. То есть вот у нас идет основной слой. Дальше к нему добавляется трейлер хорнс. Как вы видите, очень жирный такой звук, очень фрулированный, то есть там прям разрывает как бы валторнист валторну, в отличие от симфоник хорнс. Вот. И вы заметили, наверное, что они расположены по разным каналам. То есть этот находится слева, этот находится справа. Я чуть позже, когда мы про сведения будем говорить, я про это все, этому всему внимание уделю. Дальше идет Native Instruments Horns. Они, если честно, чисто под слой. Я потом, когда мы эквалайзер будем врубать, вы его услышите. То есть, чтобы вы понимали, с эквалайзером это звучит так. То есть, там потом мы будем убирать лишние частоты, просто чтобы они друг другу не мешали, и это будет... сделано именно ради, то есть это чистый лейеринг, то есть основной слой у нас идет здесь, а вот это просто подлейер, который добавит чуть-чуть мяса. На каком этапе ты переводишь в аудио? Перед сведением? Нет, на этапе сведения, то есть когда у меня уже я сводить начинаю, у меня начинает уже прям лагать как бы компьютер, я понимаю, что я не могу нормально, комфортно работать, когда у меня уже начинаются глюки какие-то, я начинаю потихоньку один за другим выводить как бы инструмент за инструментом. То есть и начинаю вот сначала рендерить в аудио, потом, да, то есть рендер в аудио я обычно делаю уже в последний момент, и просто потому что я точно знаю, что это уже финальная версия, да. То есть когда ты только намечаешь какие-то наметки именно в плане нот, каждый раз рендерить было бы неудобно. Ну вот, в общем, вот они валторны. Дальше идут тромбоны, симфоник, вот спитфайровский тромбон. Как вы видите, по аранжировке, то есть... Но сейчас мы... Нет, сейчас мы чуть позже пройдем по аранжировке. Трейлерные тромбоны вот эти из Trailer Brass. Как видите, они более мясные. И дальше идут басы здесь. То есть это цимбасы из этого вот как раз Symphonic Brass спитфайровских. Потом трейлер, из трейлер Браса, там трейлер Хорд есть такая штука. Это я сейчас не знаю даже, что за инструмент. Вот. Он просто очень с хорошим телом, как бы, и при этом это бас, то есть, который я могу действительно хорошо использовать. И дальше от Native Instruments идут тубы. Вот, я вижу там вопрос про нотки медных. Вот сейчас как раз про нотки медных будем говорить. Смотрите. Для начала валторны. То есть валторны, я сейчас вот этот, короче, вот этот только открою. Валторны делают здесь следующее.
То есть я знаю, что у меня есть мелодия. Я знаю, что у меня есть мелодия вот этого синтезатора. А я на этом этапе понимаю две вещи. Почему я, собственно, перехожу после вот создания перкуссии там, основного мотива, почему я дальше перехожу к брассу, ну, именно к медным. Потому что мне нужно создать гармоническую уже основу, то есть у меня есть мелодическая, у меня есть бас, и мне теперь нужно все это заполнять гармонией. Первым делом я беру валторны и делаю просто обычные в тесном расположении аккорды. В данном случае как бы их и хватило. Вот. Но самое главное, что я здесь на этом этапе понял, что здесь можно добавить какую-то вторую мелодию, которая будет идти как, ну, контрапунктом, да, к основному мотиву этому. И в данном случае вы ее и слышите. То есть, то есть вот это там-пам-пам, да, это, собственно, контрапункт, который, на который, то есть я его написал изначально в валторн, дальше продублировал как бы всем слоям, видите, как мощнее. То есть все сразу зазвучало шире, зазвучало там, типа, да, ну, то есть слои сразу добавили какого-то мяса и так далее, но самое главное, что, то есть рисунок начал проявляться, появился некий контрапункт. Я решил дальше его тромбоном тоже дать и сделать, ну, прямо его полноценным вторым мелодическим голосом. Обратите внимание, на данном этапе у нас еще не было гармонии как таковой, то есть гармония еще не появилась. А вот здесь уже появляется полноценная гармония. Ну и так далее. То есть здесь особо почти ничего не меняется дальше. Ну и, соответственно, вот эти басы, они просто дублируют бас. Дальше. Когда я дальше смотрю на все это дело, я понимаю, что все это все равно очень долго идет, и здесь все равно не хватает как бы какого-то развития, хотя бы минимального. И для этого я добавляю здесь еще у баса, сейчас я вот это все отрублю, я добавляю у баса следующие ходы, там вместе с тромбонами. Я добавляю на четвертую долю ноту новую, которая будет появляться теперь только в самом последнем предложении, слушайте. То есть вы поняли, я говорю про вот эти вот ноты. То есть, чтобы был вот этот эффект, то есть сначала входит, да, педаль вот эта, и потом она там-пам, да, то есть был вот этот эффект, который усилит чуть-чуть, но усилит как бы происходящее, сделает чуть разнообразнее вот эти предложения до и после. Вот, но пока что у нас все равно все это еще очень длинно, и нам еще разнообразить и разноображивать вот это все дело, да. Но уже есть какой-то как бы костяк, уже появляется какая-то структура. Переходим к средней части, то есть я сделал вот это все в финальной части, наметил также себе медь какую-то, да. Я сразу скажу, она не всегда была такая, то есть был другой какой-то немножко мелодический рисунок, я потом поменял на этот, потому что понял, что он лучше работает. Но я еще добавил медь, если мы берем... Да, и если мы с перкуссией как бы все это дело запустим...
И вы, я думаю, обратили внимание, что в это время перкуссия тоже развивается. То есть, если вначале был рисунок просто та-та-та-та-та-та-та-там, и потом просто пам и пам, да, то потом в конце уже все развито настолько, что там идет. То есть там там какие-то вот такие уже переборы, то есть намного более детальные, намного более сложные, как бы. И этот рисунок развивается постепенно, да, то есть он начинает здесь быть простым, и чем дальше как бы он идет, тем больше в нем всяких вводных вот этих элементов появляется. Соответственно, вы вот этот длинный большой кусок потихоньку даете ему шаг за шагом все больше и больше разнообразия. Переходим дальше, да, так если мы так на каждом элементе будем останавливаться, это будет долго, потому что у нас еще много всего впереди. Следующим элементом, да, ну и идут струнные. Со струнными, смотрите, следующая затея. Сначала я взял, то есть вот у меня есть первые скрипки, вторые, альты, виолончели, басы, да. И здесь на самом деле ничего сложного, здесь это просто дублирование вот этой мелодии, которую я просто решил ее усилить немножко струнными. Здесь не особо слышно, вот здесь дальше. Да, вот вы слышите. Причем, что важно, я хочу обратить ваше внимание на то, что, во-первых, здесь, ну, это может не так важно, я здесь использовал легатные инструменты, чтобы больше был плавный как бы переход, потому что у нас идет мелодия мелодическая, как бы такая очень, ее надо очень аккуратно вести, чтобы не было вот этих вот переходов, вот этих, ну, ВСТ-шных, знаете, вот когда вы с ноты на ноту перескакиваете, там все время одинаковая атака. Но самое главное, что вы должны обратить внимание здесь, вот у нас есть... Получается 5 инструментов, если мы все их посмотрим, во-первых, они все разложены по диапазону и друг другу почти не мешают, да, то есть только у нас первые скрипки идут вместе и потом расходятся в октаву. Но самое главное, что всего лишь по одному голосу, там, кроме басов, у каждого инструмента. И это важно, потому что у меня сейчас такая ситуация, то есть мы сейчас делаем альбом другой, не этот. И там, я на прошлом стриме тоже про него рассказывал, мы там будем записывать струнный квартет, правда, непонятно когда, потому что вот этот коронавирус сейчас сильно этому помешал. Но суть в том, что мне ребята начали скидывать MIDI-партии, по которым я дальше начал как бы писать ноты. И я вам скажу честно, в этих MIDI-партиях тихий ужас происходит, потому что там нету абсолютно соблюдения реального какого-то состава. Есть возможность услышать финальную версию этого трека в хорошем качестве. Эта возможность есть только на этом стриме, потому что в интернете этого трека не будет ни сейчас, ни в ближайшие полгода, если не больше. То есть этот альбом только выйдет осенью, а до людей обычных он доберется, скорее всего, еще позже. Ну так вот, суть в том, что когда люди пишут вот здесь, да, там в Cubase или еще где-то, они зачастую очень халатно относятся к тому, какой реальный состав должен это играть, то есть какой реальный состав музыкантов, как партии делятся между музыкантами, сколько голосов может быть на один и тот же там голос и так далее. Вот в данном случае, то есть я делаю следующим образом, то есть я беру первую скрипку и пишу ей только один голос, потому что я знаю, что еще у меня второй голос будет играть там спикатные какие-то штуки, да. Я пишу вторую скрипку и тоже ей делаю всего лишь один голос, потому что опять же там вторая партия будет играть спикатно. И также у каждого голоса, кроме басов, потому что баса два, и они не будут играть спикато. Вот. И я очень вас прошу, не захламляйте аранжировку, когда вы делаете вообще любые треки, потому что если вы скрипком напишете аккорд там, из 6 нот, а потом еще из 6 нот напишите каким-нибудь альтам, еще там 3 ноты виолончели у вас будут играть и так далее, у вас будет огромное количество нот в несколько октав, которые в реальности играться не будут, аранжировка у вас будет забита, потому что у вас не будет пустых мест в ней вообще. Звучать это будет не очень хорошо. И вы будете все время думать, что дело в сведении, хотя на самом деле очень важно как бы сначала правильно написать все, и только потом уже как бы заниматься сведением. И сведение у вас намного легче пойдет, если у вас будет сделано все правильно в аранжировке. Итак, то есть еще раз, sustain, у нас тут ничего сложного, как вы поняли.
То есть просто дубляж того самого голоса на октаву вверх, чтобы дать ему больше мелодичности, чтобы контрапункт стал полноценным, да, не только в миди, а он прям полноценный голос мелодический. Вот, ну и так далее. Дальше. Я понимаю, что на этом этапе у меня как бы... У меня уже есть струнные, да, там, состоянные, у меня есть медные, у меня есть какой-то синтезатор вот этот, но... Мне нужно что-то еще добавлять в аранжировку, потому что пока что оно все равно не настолько богатое, чтобы звучать полноценно. Я добавляю спикатные струнные. И я делаю следующий рисунок. Как вы видите, здесь нет возможности трек погромче сделать, пожалуйста. Он будет погромче, здесь просто вам нужно будет, ну, пока поприслушиваться, потому что когда мы его весь запустим, все дорожки, и потом еще и сведения по все повключаем, он будет громко звучать. Я, конечно, сейчас могу еще немного поднять, но как бы главное потом все нам это дело опустить. Вот, самое главное, смотрите, то есть здесь нижние, то есть виолончели и альты, они дублируют перкуссию, то есть, да, вот этот рисунок та-та-та-та-та-та-та-та, но при этом они его, во-первых, чуть сложнее с самого начала начинают играть, во-вторых, они как бы добавляют мелодики в этот рисунок, то есть если здесь у нас были просто ударные, то теперь они совмещены вот с виолончелями. Ну и так далее. Ну а потом на втором проведении, последующих проведениях, здесь очень важно то, что я понимал, что на данном этапе мне вот этот рисунок уже начинает, скажем так, приедаться, который идет у синтезатора. И поэтому я начал добавлять спикатные струны, но при этом сделал, как вы видите, их. То есть, если синтезатор играл просто пам-пам-пам-пам, да, то этот играет та-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 та. Это сделано лишь для того, чтобы, во-первых, продублировать некий лейер, сделать для этого рисунка, добавить, да, а во-вторых, больше добавить в это все дело динамики, чтобы было больше, ну, то есть, появляется некое движение, вот эта постоянная пульсация, та-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 та, вот эти 16-е, которые играют постоянно. И затем все это дело просто начинает расширяться. Ну и дальше под конец. Вот, долго на этом останавливаться не будем. В принципе, я думаю, что здесь все понятно. То есть у нас появились в треке полноценные струнные. Идем дальше. Вот, дальше начинается самое разнообразное, наверное, самое интересное будет, потому что дальше мы начинаем добавлять синтезаторы. Вот, и с синтезаторами, здесь я сейчас вам буду показывать как бы конкретный слой, потом вырубать его, оставлять только аудиодорожку, но я просто сделал это, чтобы вам показывать как бы внутренности еще самого инструмента, если вдруг это кому-то интересно. То есть, как я говорил, у нас здесь идет... Это, как вы видите, я его назвал main synth, да, то есть это основной синт, на базе которого строится, по сути, весь трек. Дальше я к нему начинаю добавлять лейеры. То есть сначала у нас, давайте я вот так пока. Сначала у нас идет почему он не звучит? Не знаю, почему он не звучит. Это тоже зебра, которая почему-то не звучит. Ладно, давайте, вы поняли, что это зебра, давайте я просто дорожку с этим включу. Я не знаю, почему она не работает. Включаю аудиодорожку, вот она точно будет звучать. Как вы видите, это не просто лейер, это лейер, который дублирует именно
то, что было у струнных, как я говорил, то есть рисунок этот же, но при этом ритмически вот разбавленный 16-ми. И так далее. Пожалуйста, поясни по аранжировке, если ты говоришь, что у каждой скрипки только один голос, каким образом в лайве легато будет совмещаться со спиката? Виола одна, но она... Нет, в обычном оркестре, как бы, если есть партия первой скрипки, она может быть все равно играть два голоса. Так же, как партия там, второй скрипки тоже может... Это, то есть, позволительно так делать. То есть, можно их разделить на два. То есть, соответственно, там сидит там сколько-то, там, не знаю, там 11 скрипок или сколько-то. У нас там сидит, ну, грубо говоря, там 5 человек играет верхний голос, 5 человек нижний. Сидят вторые скрипки, там то же самое, ну и так далее. Какую библиотеку на стаккато использовал? По-моему, ты имеешь в виду вот эти, ну, в смысле, скрипки и струнные. Там, по-моему, Метрополис, Арк первый. И там хай, эти спикаты, по-моему, так. На самом деле, я точно не помню сейчас. Долго вот это отфрижевать все это дело. Скорее всего, это или Adventure Strings от Musical Sampling, или 8DO Adagio, то, что редко бывает, но бывает, или от Spitfire вот эти Symphonic Strings, или это от Metropolis, вот первого струнные, там есть в октаву и не в октаву. Вот. Ну, в общем, наверное, все, в принципе. Больше я не... У меня есть еще от Native Instruments вот эти strings, типа, какие-то там. Но я, если честно, их до сих пор не попробовал. И не знаю, когда у меня руки дойдут, попробовать их. Сейчас я вот этот синт уберу, чтобы он нам не мешался. Оп. Вот. Второй слой, как вы видите, у нас просто дублирует именно партию струнных. То есть вот это, ну, я показал. Дальше следующий лейер сюда идет. Вот он, инструмент. Следующий лейер здесь у нас... Это я купил новый синтезатор, опять же, захотел попробовать. Вот. Кто знает, не знаю, Parallels от SoftTube. Очень прикольный синтезатор. Я пока его только осваиваю, но вот как бы загрузил какой-то пресет, начал перекручивать его, переменять, и получился как бы очень приятный как бы лейер. Этот лейер здесь сделан для того, чтобы... То есть в том лейере есть очень много атаки, да, и очень много, как бы, как сказать, движения и агрессии. То есть вот если мы его включаем... А в этом лейере у нас, наоборот, очень много пространства и не так уж много, как бы, атаки, не так уж много какого-то импульса, зато очень много фона. Так, смотри, как я говорил, я его выключаю, добавляю его в виде аудиодорожки. Чтобы у нас ничего не залагало. Вот он у нас в виде дорожки. Причем, как вы видите, я его включаю с самого начала. То есть, если тот синт подрубается уже ближе к концу, когда у нас начинается, ну, уже прям динамическая какая-то часть, надо развитие делать и так далее, то здесь я его подрубаю с самого начала. Вот он. Дальше, третий слой. Какой у нас тут? Третий слой — это Massive X, причем это пресет, знаете, это как раз хорошая ситуация из того, как вы можете организовывать свой... Да, этот синт создает пространство, просто некую глубину, как бы, и так далее. Насчет третьего лейера вот этого. Звучит он следующим образом. Вот, на этом конкретном моменте я просто не то, что прям заострю внимание, я просто к слову об организации вашего рабочего процесса. Как видите, пресет называется MA Plug, там, Crystallizer, да? MA — это Михаил Афанасьев, то есть, в смысле, пресет сделан был мной, сделан был просто на досуге, когда я сидел,
просто там вот купил себе вот этот новый, точнее он у меня в комплите достался этот синтезатор, я начал в нем лазить, и я вам советую, то есть когда вы сидите и крутите синтезаторы, просто делайте себе какие-то пресеты и сохраняйте их как бы для себя, для использования. И потом они в какой-то момент вам могут пригодиться. Вот в данном случае этот пресет идеально зашел, и при этом, как вы видите, он очень гибко настроен. То есть смотрите здесь. Здесь есть зависимость от velocity. Это я слабо играю. Это я сильно играю, да? Потом здесь есть зависимость от модуляционного кольца. Вот, то есть я его себе настроил, я с ним посидел, сделал как бы очень клевый пресет, и дальше просто вставил его сюда, и он идеально заработал. Это, к слову, об организации пространства. Теперь я его отключаю и вставляю в виде дорожки, потому что Massive X достаточно прилично забирает процессора. Вот, у нас в итоге три, то есть, как вы видите, у нас остался Main Synth, да? И к нему три слоя. Этот добавляется ближе к концу. Этот с самого начала создает пространство. И этот, а я вам сейчас покажу, для чего он сделан. То есть этот последний слой, звучит он вот так, здесь. Как вы видите, он очень динамичный, то есть он начинается очень как бы в одном характере, а дальше идет в другом, и как бы если дальше мы будем листать. Он достаточно едкий вообще на самом деле синтезатор, хотя вначале это не показалось. Он как раз здесь сделан для того, чтобы немного как раз добавить некой динамики, потому что пока что вся эта картина синтезовая, да, у нас очень статичная. А таким образом, просто посмотрите, как это все начинается и как заканчивается. Появляется отголосок от этого синтезатора. То есть вы видите, прям появляется прям резкое динамическое расширение. А учитывая то, что у нас здесь в этот момент включаются ударные, это как бы еще больше дает вот этого резкого разгона. И мне на тот момент, когда я начал все это делать, мне показалось, что этого будет мало. Я решил добавить сюда еще и тромбоны, чтобы это было вот так. Вот, уже у нас начинает, ну, да, появляться какое-то разнообразие в происходящем. У нас из-за, то есть мы не вносим, я хочу просто, чтобы вы здесь понимали, мы не вносим почти ничего нового в саму аранжировку трека, да, в какие-то, у нас один и тот же мотив примерно играет, у нас ему противопоставляется всего лишь один контрмотив там какой-то, но при этом у нас постоянное разнообразие, у нас одно предложение все время не похоже на другое, как раз за счет вот этих всяких элементов. Вот, далее я сюда присоединяю следующий лейер. Давайте посмотрим его как инструмент. Следующий лейер это опять же зебра. Причем это, по-моему, просто какой-то пресет, то есть загруженный, то есть я даже его не менял. Он сделан, это я сейчас вам покажу просто. Это штука, которая дублирует спиката. Которая идет у струнных. Когда я сначала только добавил этот слой, как бы я сначала подумал, что может зря я его добавил, может быть он не очень нужен, но потом я его услышал с ударными, и все стало сразу на места. Смотрите.
он дал как бы очень много атаки такой острой перкуссии. Из-за этого, когда у нас происходит как бы переход в новое предложение, появляется вот этот синт, он дает прям очень много какой-то новой атаки, которой не было у перкуссии до этого. Но при этом как бы я его отношу к синтезаторам, потому что он все-таки мелодический. Вот, но он в данном случае здесь добавлен как раз для атаки, то есть... Вот, идем дальше. Просто я не буду сейчас, если у вас есть вопросы какие-то по тому, что я разбираю, вы их пишите. Вы используете свою реверберацию в синтах? Да, использую, но не очень в большом количестве. Ну, то есть, иногда использую, да, чтобы просто, если мне нужен именно у этого синтезатора длинный хвост, вот, я при этом как бы не создаю отдельный FX-канал с длинным хвостом там и так далее. Вот, идем дальше. Сейчас я этот слой опять же так отключу и добавлю его только в виде аудио. Дальше. Я начинаю думать о том, как мне разнообразить аранжировку. Ну, я, давайте вам дальше, там тут та же самая зебра будет идти, тоже какие-то пресеты. Вот. Добавляю следующий синтезатор, причем я его добавляю, видите, со второй части. Сейчас чуть дальше промотаю. Тут вы видите у меня volume, то есть я автоматизировал. Он как бы в данном виде, в котором сейчас он существует, этот слой не нужен здесь. То есть он ничего особого не дает. Но если я его вставлю в том виде вот с эффектами, которые я сюда добавил, тремолатор. Дальше, ну, это просто эквалайзер, да, который его подрезает чуть-чуть. И декапитатор, один из моих любимых, да, или всеми любимых, наверное, сатураторов, который... На данный момент сейчас почти ничего не происходит, да? Но потом включается кнопка Punish, вот эта вот, которая очень сильно увеличивает сатурацию. И как вы видите, этот синтезатор просто добавляет, во-первых, жира. И жира он добавляет конкретно вот этой самой нашей мелодии, точнее контрмелодии, которую мы добавили. И это сделано для того, чтобы на несколько другом частотном диапазоне добавить опять же вот эту вот мелодию, которая у нас звучит. И как бы, чтобы это играл не один инструмент, а целая большая группа разных инструментов с разными тембрами, в разных диапазонах, в разных октавах и так далее. Вот, соответственно, этот синтезатор, плюс, как вы видите, он тремолированный, из-за этого он создает вот эту вот пульсацию, которая как бы дает движение, опять же. Если мы будем слушать его в общей группе, вот в этой, которая у нас сейчас есть. То есть тут вот это постоянное движение уже начинает появляться. Расскажите подробнее про автоматизацию струнных брасов, автоматизируется экспрессия, velocity, динамика, громкость. Да, смотрите, ну, наверное, да, стоит рассказать. Обычно экспрессию я не трогаю, если честно, я экспрессию редко вообще вижу, когда смысл трогать, потому что мне хватает модуляции. То есть, вот. Но, опять же, если вам удобнее как бы с экспрессией, вы можете модулировать экспрессию. Вот, velocity обязательно, но здесь мы про что говорим? То есть, если мы берем, например, медный, здесь velocity, да, там никак не влияет, потому что громкость ноты не по velocity высчитывается обычно в этих библиотеках. Вот, естественно, если мы пишем короткие, там, струнные или медные, то velocity это первичное, то, что будет менять громкость, скажем так, и характер звука. Естественно, как бы в первую очередь, вообще, когда все это я моделирую, громкость, да, то я в первую очередь сначала думаю о том, как вообще музыканты, вот если бы они вживую это играли, как они это будут играть. Вот, например, пишу, да, там, у тромбонов какую-то партию, я пишу не просто ноты, вот, то есть люди, которые делают вот так. И они потом нажимают копировать, и просто вот так по сетке вставляют. Но как бы живой музыкант, ему нужно время для того, чтобы взять дыхание, для того, чтобы когда он с ноты на ноту переходит, у него был какой-то... Ну, то есть живой музыкант играет немного не так. Я как бы все эти моменты стараюсь учитывать. Вот. Как только речь заходит именно о сведении, и когда уже мы в сведении начинаем баланс менять, в
В этот момент подключается, подключается какая-то регуляция автоматизации именно громкости. То есть, например, да, тромбоны здесь. У тромбонов именно громкость, у всей группы тромбонов громкость подрегулирована. Но это не потому, что я там живости им хочу придать, а это потому, что мне нужно было сделать это на уровне сведения именно. Вот, но к этому мы чуть позже перейдем. Точно так же со струнами. То есть я пишу им какую-то автоматизацию, вот, то примерно так, чтобы это звучало живо. Но при этом, как вы видите, ничего особо замороченного здесь нет, потому что там достаточно все просто. Вот. А дальше как бы здесь просто velocity. Причем, как вы видите, тоже достаточно дублированные, то есть ничего особенного. Вот, поехали дальше, вернемся к синтезаторам. У нас почти немного там осталось синтезаторов. Вот, дальше пульс. Пульс, конкретный пульс вот этот, это взятый из KeyForest пульс, готовый. Я просто его вставил, он не подошел. Вот такой вот пульс. Во-первых, сначала я его вставляю, он у меня не подходит по тональности, да, то есть я беру вот мой любимый плагин для этого, SoundShifter от Waves, и меняю. Причем, обратите внимание, я меняю не только как бы полутона, но еще и меняю акценты, просто для того, чтобы выровнять максимально точно, как мне нужно. Затем я добавляю два фильтра сюда, вот, я не знаю, знаете ли вы фильтр Freak. И не просто добавляю, я его автоматизирую. То есть на данный момент и растет ручка как бы частоты, да, фильтр начинает потихоньку отжиматься, и сделано это для того, чтобы вся эта, то есть сама фактура вот этого пульса появилась в басу, но выскочила как бы вот на этом моменте вот этого входа, где у нас появляются ударные, появляются тромбоны. И то есть в общей группе это примерно звучит вот так. Вот, я думаю, с этим моментом все понятно. Дальше еще один фильтр. Насколько я помню, он у меня просто... Сейчас я гляну. Он поджимает, наоборот, бас внизу. И он, смотрите, то есть здесь тоже автоматизация есть. Он здесь, получается, прижимает вниз басовые частоты, просто чтобы их слишком много не было. А здесь он их отжимает, и в итоге появляется, то есть, большое звучание. Вместе с басом, то есть, да? И вообще в целом с басовыми частотами. К слову, пока мы про это все говорим, есть очень прикольная фишка, которую... Конкретно в этом треке ее нет, но просто возьмите себе на заметку. Иногда, когда вы сводите трек, есть очень простой прием, как сделать расширение трека в звуке, да, не меняя ничего в самом треке. Вы берете вначале и режете там саб-частоты какие-то, там, не знаю, 40, 30, 20 Гц, вот где-то так, подрезаете, чтобы у вас в треке не было вот этих нижних частот. А потом в самом вот этом моменте, где вам надо расширить, вы фильтр этот убираете в ноль. И у вас, получается, все саб-частоты только в этом моменте появляются, и, соответственно, человек на акустике, когда слушает, у него вот это нижнее тело вдруг появляется, которого раньше не было. То есть такой вот прием, но это не, к этому треку он не относится, просто я пока вспомню. Вот. Ну, в общем, все, что касается пульса, да, и здесь нейтрон, что это, эксайтер? А, транзиент шейпер, да. Транзиент шейпер, мне нравится нейтроновский транзиент шейпер, потому что он очень, как бы... Смотрите, то есть мне у этого пульса надо было немножко прибрать атаку вверху, добавить сустейны. Внизу наоборот, больше сделать атаки, я сустейн чуть-чуть там поднял. Ну, в общем, вы поняли, то есть здесь атака прибрана, здесь атака наоборот. И сделано это специально, чтобы... У нас очень много элементов в аранжировке, и чтобы они друг другу не мешали, где-то что-то надо прибирать, иначе будет слишком много звука в одной, как бы, концентрировано в одном месте. То есть я убрал верхние вот эти вот, вот такие вот щелкающие все звуки. Ну вот, смотрите. То есть теперь у меня внизу все сконцентрировано, вверху все прибрано, вверху больше сустейна, внизу больше атаки.
Вот, заканчиваем с этим синтезатором, идем дальше. Дальше у нас, ну, пинг, это тут все очень просто, я думаю, вы все знаете этот звук. Да, самый банальный звук. Добавлен он был просто для того, что я понимаю, что, например, в интро у меня, да, которое интро, напомню, мы почти не касались до сих пор, в интро одной пианинки как бы не хватит, и ей нужно что-то добавить. Все, уже как бы чуть разнообразнее звучит. И, соответственно, потом этот пинг добавляется, да, там... В принципе, особой какой-то функции нет. Ну, то есть, в смысле, он сделан исключительно для разнообразия аранжировки, для добавления вот в верхнем диапазоне какой-то нотки, которая просто чуть разнообразит аранжировку. Сейчас я попрошу вас прям минутку подождать, чтобы я зафризил. Как я говорил, то есть я стараюсь всегда освобождать как бы процессор и прочее. И на данный момент у нас сейчас еще и трансляция идет. Так что, скорее всего, в какой-то момент все это начнет лагать. Чтобы как бы перед фактом не стать, давайте сейчас просто вот эти тяжелые слои залейрим. Потому что, как вы видите, у них все эффекты я уже включил. То есть все, что там было, я все это дело сделал. Ну и да, если вдруг кто осваивает Cubase, вот фристи каналы, это выглядит вот таким образом. Потому что на самом деле для меня это очень сильно спасло в свое время. То есть я раньше недооценивал фризы, думал, что лучше с лагами, но типа зато как бы все можно контролировать. Но на самом деле, когда ты точно уверен в том, что ты сделал хорошо какие-то элементы, ты можешь их зафризить, и они у тебя работают, и при этом у тебя абсолютно спокойнее становится рабочий процесс, когда у тебя ничего не подлагивает. Ладно, идем дальше. Смотрите, у нас из синтезаторов осталось почти ничего. У нас остались брамсы. Я сразу все три включу и вам покажу. Итак, первый брамс сделан в первую очередь для добавления разнообразия. То есть, смотрите, я понимаю следующее. Идет у нас синтезатор этот. Да, у нас идет мелодия, это повторяется первое предложение, и потом, точнее, проходит. И потом начинается второе, и оно точно такое же. И по-хорошему мне в него надо добавить что-то, что, ну, сделать, что-то добавить. Причем у меня и так уже достаточно много всяких разных мелких элементов, и мне бы надо бы добавить что-то более, ну, длинное, да, и я делаю следующее. Я беру вот такой, точнее, беру вот такой брамс, делаю ему фейд. Вот. Далее, я, как сказал, как и говорил раньше, он у меня не в тональности. Я его саундшифтером делаю в тональности. Причем я саундшифтером делаю небольшую, как видите, автоматизацию питча. То есть я делаю звук чуть более живой, чтобы он не на одной ноте двигался, а чуть-чуть падал вниз, а потом поднимался обратно. Вот, но при этом я не хочу, чтобы он был такой явный, я хочу дать ему чуть больше, как бы больше пространства, меньше текстуры, и для этого я как бы добавляю конкретно на него ревербератор, чтобы был вот такой эффект. То есть, как вы видите, теперь он намного более пространственный, и как бы меньше будет выделяться в самой аранжировке, да, в самой фактуре, но при этом заполнит ее. Если суммарно все это дело взять, то звучит примерно так.
Вот. Дальше то, что происходит, этот звук просто питчем выстроен по басу. Да, то есть... То есть ничего особенного, он просто, если здесь он выполнял функцию, как бы, которая что-то добавляет в аранжировке, то дальше он просто становится частью, как бы, элементом просто баса, неким лейером, который добавляет вот нижних вот этих глубоких частот в бас. Вот, я его опять же также сейчас зафрижу, просто чтобы он память не жил, точнее процессор. Вот, про следующие два Брамса я объясню. Прежде чем я их покажу, я покажу... Как бы, что я решил сделать и почему. В общем, я, когда все это делал, то есть у меня он немного, скажем так, лайтовенько все равно звучал этот трек, мне не совсем нравилось, и я в какой-то момент понимаю, что вот эти вот падающий тон, вот этот, да, с помощью питча, по-хорошему, его бы чаще вот этот приемчик использовать. И я решил сделать следующее, попробовать. И мне то, что я попробовал, мне понравилось. Я взял тромбоны и повесил на них вот этот саундшифтер. И сделал его автоматизацию. И выглядит, стало это выглядеть так. Причем обратите внимание, в конце он приходит не в единицу, да, а он приходит чуть-чуть выше, просто потому что так лучше, как бы, так интереснее, сам подъем вот этот динамический, он звучит интереснее, потому что еще и тон чуть-чуть повышается, а ощущение от подъема больше. То есть вы видите, я на каждую ноту, да, на каждую вот эту педаль сделал небольшое нисходящее движение, и благодаря этому, то есть, появился вот этот эффект, ну вот этот нисходящий эффект, да. И чтобы все это дело усилить, я добавил сюда два брамса. Во-первых, вот этот сейчас. Вот такой жирный просто брамс, который, опять же, сначала я выравниваю по питчу, потому что питч мне не нравится, и он не подходит. А делаю вот эту дугу для питча, да, автоматизированную. И, соответственно, вместе там с этим у нас получается примерно так. То есть все логично, все понятно. Дальше там пошли какие-то... Это потом к сведению мы перейдем. Хотя давайте я сейчас сразу покажу, просто чтобы зафризить его. Дальше идет эквалайзер, который подрезает у этого синтезатора все нижние, которых и так до хрена, как бы в треке. Мне нужна была именно вот эта текстура, да, то есть некий вот этот тромбоновый вот этот звук, который в этом брамсе есть. Дальше я ставлю, я попробовал просто эту штуку, это бесплатный плагин от Sennheiser и Focusrite, который просто, там искусственный интеллект считает, как бы, это, в общем, некий эквалайзер с искусственным интеллектом, который просто... Делает там звук или ярче, или вот, warm, типа, ну, вы поняли, теплее, или не более нейтральный, там, можно интенсивность. Ну, в общем, я его больше здесь скорее пробовал, не могу сказать, что он там большую роль играет. И Center One, это сделано было специально для того, чтобы сделать больше... Да, если кто не знает, этот плагин, он, как бы, ты можешь моно больше прибавить или стерео, да, то есть mid-side некий. Вот, и в данном случае, как бы, я решил мидовую часть побольше убрать и стерео побольше поднять. Но это вообще уже штуки касаемо сведения, но, в общем, если что, вы поняли, я его сейчас зафрижу. И, как вы видите, да, я вам чуть позже покажу, если вы посмотрите вот, вот здесь, то есть он идет один на, получается, два такта, да? А в конце он идет на каждый такт, то есть, а потом вообще, видите, два раза на такт. То есть просто он начинает чаще-чаще становиться, потому что динамика в треке начинает расти, и, соответственно, его тоже становится там больше. Вот. Третий брамс, который здесь добавлен, добавлен исключительно для усиления вот этого эффекта.
Как видите, он по текстуре очень похож. И если как бы я включу вот эти плагины, которые у меня здесь есть, SoundShifter опять же этот. Потом опять же эквалайзер, который опять же вырезает все высокие, там, ой, в нижние поднимает высокие. И центр One, который опять же, здесь в данном случае наоборот, он больше по центру и меньше по сторонам работает. И соответственно вместе, при этом один, если вы заметили, отведен вправо, другой отведен влево. То есть у меня вот этот падающий эффект в аранжировке на данный момент создан. Если мы запустим все это дело вместе, давайте я тоже его зафрижу. И сейчас мы запустим просто все это дело вместе с перкуссией, с синтами, с струнами. Ну, в общем, пока что все, что у нас есть, я включу. Расширилось. Еще расширилось. Это то, что касается финальной части. А, ну да, я в конце, смотрите, то есть у меня здесь пианинка играла, я понял, что для пианинки это маловато, нужно еще что-то добавить. Я добавил пинг и добавил вот этот пульс, который у нас был, ну смотрите. То есть в конце пульс, который дает как бы некое вот это остаточное, да, что-то от того, что мы уже слышали, вот в финале играет. Но к титру мы, наверное, чуть позже перейдем, потому что здесь не ключевой. Да, обратите внимание, что здесь, это мы к сведению опять же потом перейдем, но здесь в каждом, почти в каждой дорожке как-то сделана, автоматизирована как громкость, потому что как бы вы по балансу не выравнивали, зачастую в разных моментах просто надо выделять разные элементы как бы аранжировки, и нет проще способа, чем делать это как бы, делать это с помощью громкости, просто поднимая по громкости какой-то элемент и убирая его, вот. Касаемо синтезаторов у нас все закончилось. Осталось только в конце. То есть мне, я понимал, что когда мы все это слушаем, дело, сейчас у нас трек потихоньку уже становится достаточно громким. Давайте чуть пониже громкость трека. Вот, потому что потом мы еще и сводить все это дело будем. Я понимаю, что мне нужно еще что-то в конце, да, что мне чего-то не хватает. И я поэтому решил добавить хор. Хор — это очень такая штука. Сейчас просто... Как бы запомните эту вещь, что сейчас в трейлершине хор — это не всегда хорошо. Вот. И его надо добавлять очень аккуратно, потому что до того, как создавались вот эти всякие гибридные саунд-дизайновые треки, до них был популярен оркестр с хором, и хор был почти в каждом трейлерном треке. И сейчас прям откровенный какой-то хор считается приемом достаточно, ну, даже пошлым каким-то, знаете. То есть это уже настолько заезженная какая-то вещь. Вот, но в данном случае он здесь появился для именно подслоя, а не для того, чтобы сделать там полноценную оркестровую, хоровую партию какую-то. А здесь сделано было следующее, то есть берется аккорды от валторны, раскладывается широко, как вы видите, то есть они разложены широко, то есть чтобы вы понимали, это из гармонии, но то есть тесное расположение аккорда, это когда нота идет за нотой, то есть до, ми и соль, да, ну, например, там. Ну ладно, у меня сейчас там по-другому нет. До, ми, соль, да? И до.
А если, например, широкое расположение аккорда, то до, потом ми пропускается, потом соль, потом до пропускается и ми. Вот до, соль, ми – это будет широкое расположение аккорда. В данном случае здесь валторновые аккорды, да, но если у валторна они написаны тесно, видите, то здесь эти же аккорды расположены широко. Вот. И, соответственно, в первую очередь я загрузил лакримозу, потому что это от IDO лакримоза, сустейны обычные. Я ее загрузил, потому что, во-первых, это хороший хор, во-вторых, я ее недавно купил. Вот. Поэтому. Дальше идет Океания, один из моих любимых хоров просто, который... то есть Океания Woman, Океания Man. То есть это очень простой хор, который дает тебе звук, который прям нужен тебе. Они достаточно тихие, но как бы мы их потом будем поднимать на этапе сведения. Я вам пока что просто показываю, как все это дело устроено. Идет мужской хор. Как вы видите, я здесь даже не заморачивался, здесь верхняя партия, которая вот это дублирует, вот эту мелодию, она не читается, потому что она находится слишком высоко, но у меня просто руки не дошли убирать эту партию, и мне работало и работало. И отдельно, это такой маленький приемчик, лайфхак, не знаю. Когда вы делаете хор, ему очень полезно, вот, то есть, вот так звучит хор, да? Вот, но ему еще иногда полезно добавлять женский вокал сольный, вот типа вот такой. Потому что здесь вы можете сделать партию легатную, и как бы эта легатная партия чуть с более плавными сделает переходы между нотами там, где это вам нужно. И звучать это будет примерно так. То есть, как вы видите, ее даже почти не слышно, эту, ну, сольную вокалистку, но при этом, если вы ее уберете, то есть, смотрите. То есть, она просто чуть-чуть добавляет такой вот плавности, живости какой-то в хор, а хор, как бы, когда люди звучат искусственно, это слышно больше всего, потому что как звучит там тромбон, не все знают, ну, люди обычные, а как звучит человеческий голос, знают все, поэтому как бы, когда человеческий голос начинает звучать неестественно, это слышно очень сильно, вот, и это вот этот приемчик чуть-чуть добавит вам как бы естественности, вот, мы почти уже дошли до финала, как бы именно все аранжировки всего этого трека. Что за плагин женского вокала? Это IDO Jennifer, что-то там, вокал, какой-то студио вокал или что-то такое. Вот. Но на самом деле не обязательно он, можно вообще любой хороший вокал женский использовать. Они в любом случае, как сольный вокал, в ST-инструменты не особо работают. Но как бы вот в комплекте вот, ну, как бы как подслой, как лейер очень хорошо наоборот делают. Вот, дальше, то есть я сделал как бы основную аранжировку, да, вот если мы сейчас включим все это дело, без эффектов, без этих. Ну, это мы с вами все уже дело слушали, но теперь пора как бы добавить перкуссии чуть больше. Короче, мы теперь должны немножко повысить монтажность трека, и это делается за счет хитов. Вот, для начала, то есть я сейчас вам покажу их все. У меня здесь чуть больше самих каналов, чем... сейчас. У меня здесь чуть больше каналов, чем есть как бы на них звуков, но это просто потому, что это базовый темплейт. А самому спеть и подмешать под мужской вокал можно, но мне лично как бы заморачиваться с этим неохота. Но как бы никто не запрещает, я думаю, если самому спеть и подмешать, это всегда будет лучше, так же, как там, ну, подмешать живую скрипку, записать под скрипки, то есть это тоже хорошо будет. Вот, во-первых, я вспоминаю, что у нас есть интро, да, и в интро у нас немножко не хватало хоть какой-то фактуры, сейчас где у нас пианинка. В принципе, здесь не очень много-то и нужно чего, да?
это же интро, то есть у нас здесь завязка какая-то идет, там фраза героев. И вот этот бум просто немножко обрубает интро, чтобы дать понять, что часть закончилась. Дальше у нас начинается медовая часть. Бум, который мы делаем просто для того, чтобы дать толчок, сделать кадр, который из фейда, знаете, из темноты выходит, какой-то эпичный кадр, там фразу типа там обычно на этот момент вставляют, что вот весь мир там погружен во тьму, там, да, вот. То есть смотрите. Теперь нам нужен бум поагрессивнее, смотрите. То есть он более пространственный. Если тот был просто такой толчок, то вот, а этот более широкий. И дальше вступает первый хит. Вот. И звучит это примерно следующим образом. Вот. И дальше у меня хиты идут как бы... То есть я их всегда вот так обычно люблю резать. И иногда могу максимум, там, знаете, сделать небольшой фейдик, просто чтобы они не кликали, когда мы их там склеиваем. Вот. И начинаю расставлять их по просто конкретным монтажным точкам. Сейчас я буду показывать, секунду. Подскажите, пожалуйста, какой тайминг у каждой части трека в среднем, в каких моментах появляются паузы и сколько они длятся? Да. Тайминга фиксированного. То есть, как я говорил в начале стрима, да, не смотрите конкретно на вот этот вот трек, что вот именно такие тайминги должны быть там в ваших треках. Как я говорил, общий тайминг 2.30, у каждой части, ну, зависит от того, на что вы делаете упор. То есть, если у вас интро, лишь маленькое вступительное интро, да, то вы его можете сделать коротким, как здесь. Если вы хотите больше информации, как бы, чтобы в трейлере больше информации было запилено в интро, вы его делаете шире, соответственно, медовую часть меньше или там и так далее. Зависит от аранжировки, то есть, бывает такое, что... Там особо некуда развивать, из-за этого медовая часть будет очень коротенькая, потому что вам некуда, вы дадите мотив, его особо развивать некуда, дальше уже надо финальную часть пускать, и поэтому медовая часть будет очень маленькая. Для этого тогда вам надо интро больше делать. Бывает такое, что финальная часть не очень большая, потому что трек не предполагает какого-то длинного и долгого замеса, да, или долгого развития. Бывает такое, что в него вставляется куча всяких доп-концовок, которые, опять же, оттесняют все части по таймингу. То есть нет какого-то... Все зависит от музыки, то есть от вашей идеи, от вашей задумки и так далее. Паузы длятся столько, чтобы... Ну, то есть если у вас какой-то уход прямо из части в часть, серьезный какой-то переход, то по-хорошему надо выдержать паузу, чтобы монтажер просто мог отклеить этот кусок и вставить там, где ему надо, чтобы у него никакие хвосты там не висели. То есть я не говорю, что прям ждать, знаете, до самого конца, пока там весь звук уйдет, и только потом давать новый. Но сделать какой-то внушительный хвост, чтобы он давал понять, что это новая часть начинается. И чтобы монтажер мог ее отклеить, сделать маленький фейдик, и все работало. А не так, что у вас звучание начало отходить, в этот момент уже врывается новая часть, и если он захочет разделить, он не сможет этого сделать. Вот как-то так. Вот, вернемся к хитам. Здесь просто, то есть, несколько каналов для хитов, которые просто дублируют ударные, да, и добавляют какого-то. То есть, вот у нас есть ударный рисунок. А здесь мы добавляем ему больше мяса. И так далее. То есть, мы делаем вход. То есть хиты, в отличие от перкуссии, они расставляются только на монтажных каких-то точках, чтобы добавить больше как раз вот этой вот растущей динамики. То есть хит входит в предложение, и дальше идет обычные удары. Потом как бы в новое, там, на новую фразу или на новое предложение опять хит появляется. Ну вот смотрите. То есть вот мы дали хит, дальше идет просто музыка. То есть... Еще один хит. Дальше здесь нам надо не просто подчеркнуть как бы первую долю, но еще сделать небольшой как бы подход к ней. И у нас здесь в перкуссии есть как бы подход этот, да? То есть если мы...
Моего будет недостаточно, и поэтому мы к ней еще добавляем вот это. Сделано это именно, то есть вы поняли, да? То есть я как раз та самая разница, про которую я говорил, чтобы хиты с перкуссией не путали. Перкуссия сделана для заполнения, то есть хоть она и, как я говорил, тоже динамическая и монтажная, но перкуссия больше сделана для того, чтобы именно, ну, с точки обычного зрения, обычной композиции, да? А хиты, они сделаны исключительно для того, чтобы помочь монтажности как бы происходящего. Там срезается сап, можно ли посмотреть эквализацию хитов. Эквализацию хитов мы чуть позже будем смотреть, но сап там не срезается. То есть вообще все, что касается сведения, мы сейчас позже разберем. То есть мы сейчас до конца дойдем аранжировки и начнем говорить про сведение. Ну и так далее. То есть вот здесь добавляются хиты всякие, да? Причем, как вы видите, картинка усложняется, хитов становится все больше и больше, они становятся все агрессивнее и агрессивнее. И в конце у нас просто небольшой бум, как я говорил, в титре. Этот бум сделан для того, чтобы сначала у вас на этом моменте появился титр фильма, да, там название фильма. А на вот этот бум у вас появляется дата выхода или что-то подобное, то есть то, что обычно делают. Вот, мы почти закончили с аранжировкой, у нас осталась последняя вещь, которая, ну, в общем, осталась последняя. Это FX-ы. В FX-ах здесь конкретно вообще ничего сложного, то есть FX-ы сделаны исключительно для того, чтобы добавить в разных местах динамики какой-то. Очень самый простой пример как раз интро, да? У нас здесь не так много элементов, но нам надо подчеркнуть концовку вот этого интро, да? И для этого я делаю просто обычный небольшой вуш, который причем очень тихо, видите, то есть здесь очень сильно сбавлена громкость. Все, то есть мы шпум, сделали какой-то эффект, который даст поставить в монтаже также на этот момент точку. Дальше, когда мы идем, то есть я знаю, что у меня здесь заканчивается часть, и мне надо накал создавать какой-то, да? И помимо того, что у нас там уже есть, я буду еще добавлять сюда райзеры и в уши. То есть просто какие-то, да, какие-то штуки, которые добавят динамики вот на конкретные, опять же, точки. То есть вы должны понимать, что хиты, что это уже монтажная история. Как бы вы добавляете в монтаж, то есть вы добавляете в трек большую предрасположенность к тому, чтобы под него подставлять какие-то кадры. Потому что если у вас будет просто ровная вот такая картинка, то она очень плохо будет работать под картинку. Да, тавтология получилась. Ну, в общем... Здесь этот небольшой райз просто на следующую часть, а вот дальше, как бы в третью вот эту часть, да, у нас в самом конце, третий раз, когда предложение появляется, здесь уже появляется очень много FX-ов. Если я вам покажу вместе с хитами их, да. Извините. Ну, в общем, вы поняли примерно. И самое главное, что я хочу обратить внимание, FX-ы сделаны для того, чтобы заполнять пространство, которого у вас не хватает. И, например, вот эти вот, вот эти длинные райзеры, если... Сейчас я уберу один и покажу вам. На данный момент все, что здесь звучало, в основном сосредоточено там в средних высоких, средних низких, но никак как бы не в высоких частотах. И не факт, что во всей массе вот звука все это будет слышно. Она добавит энергетики, но вот этого райза прям очевидно слышно не будет. И для этого я, например, сюда добавил Rise and Hit от Native Instruments.
тарелкой, которая очень высоко, очень хорошо звучит на высоких частотах. Из-за этого как бы она прорезается сквозь вообще весь микс, просто потому что в этих частотах не так много звука. Да, и то есть, соответственно, у нас FX есть, они не мешают треку, но при этом их слышно. Вот, собственно, и в принципе все, что надо знать об FX. Итого у нас получился весь трек. То есть, да, если я сейчас посмотрю, да, у меня, я ничего не забыл, у нас получился весь трек. И весь этот трек без сведения, я еще раз сейчас проверю, не включены ли у нас сервера. Почему-то включены. Я их отключаю. Сейчас мы к ним перейдем. Давайте просто послушаем весь трек без сведения. Вот такой у нас трек получился, и сейчас я вот этот включу. И это у нас, как я говорил, он вообще без сведения на данный момент. И теперь мы перейдем к сведению. Первое, что я обычно делаю в сведении, прежде чем вообще что-либо делать, то есть, и точнее то, что уже настроено у меня обычно в темплейте изначально, это, как вы уже, я их не раз показывал, ревера и дилей, да? И они у меня сначала стоят некие дефолтные, которые у меня... звучания которых я знаю и которыми я привык уже как бы пользоваться. Вот, первое. Я вам, увы, сейчас не смогу показать, в какой группе сколько и чего идет на каждой из конкретных. Ну, нет, у групп, наверное, смогу показать, но в целом... То есть, все это примерно по одной механике делается. То есть, вот я беру, например, Bricasti, это ревер Seven Heaven. Очень мне нравится, то есть он эмулирует Bricasti железный, как бы, и очень круто его эмулирует. Не только я его люблю, но Алан Мейерсон, если кому-то это даст что-то. Ну вот, я здесь делаю какой-то холл, да, который мне нравится, то есть настроил какие-то настройки, здесь сделал предилей, который меня устраивал, там, да, ну и так далее, то есть все я вам рассказываю. То есть вот разницу сделал в... ранних отражениях, поздних отражениях, сделал здесь больше поздних, просто чтобы было больше пространства. Вот, и, соответственно, я начинаю, это main ревер, да, мой, и как бы я начинаю вешать каждую группу на этот ревер, то есть тут очень много сейчас, как вы видите, сендов. Но суть в том, что я начинаю вешать, как бы, каждую группу на этот ревер в разной пропорции, но в основном, то есть,
Я просто беру, например, ну вот, не знаю, медный, да, или синтезатор, да, например, беру. Отключаю сент сейчас пока что. Точнее, вот так. На данный момент сейчас ничего не посылается, да? И потом начинаю крутить. Когда я понимаю, что этого достаточно, я как бы оставляю значение на месте, но потом на моей практике происходит следующее. Я потом захожу, и все равно где-то на 2 там, децибела или в чем там измеряется. Я, да, в децибелах. Я делаю меньше посыл, потому что посыл у нас идет не на один какой-то холл, а на несколько. У меня, я просто люблю использовать не одно пространство, а несколько. И в данном случае вторым пространством является Vintage Verb. Вот, ну, Valhalla, вы все его, наверное, знаете. Здесь, как вы видите, совершенно другой холл выстроен. То есть здесь Dirty Hall, там, да, цвет там какой-то такой грязный достаточно сделан. Здесь более длинный Decay и так далее. То есть просто для того, чтобы получить несколько другой характер. То есть я беру... У меня уже как бы более насыщенное пространство получается, при этом как бы не сильно мешающее. Я добавляю третий, как бы. Или Illusion, причем, по-моему, он у меня не на все каналы висит. Сейчас проверим. А, нет, на все. Но не, я к тому, что третий ревер, который я добавляю, он не всегда бывает, вешается прям на все группы и на все каналы. То есть он скорее добавочный уже элемент. Конкретно здесь Illusion, у него какие настройки? 2 секунды ревер тайм, да, там, ну и так далее. То есть у него есть некий, вон, богатый как бы плейт здесь стоит, 2-секундный. Вот, и, соответственно, он мне еще какую-то дает окраску. Причем очень незначительный, потому что на него посыл идет в меньшей степени. И, соответственно, как бы я когда включаю все три ревера, у меня получается достаточно приятный такой большой холл, который при этом не мешает как бы происходящему и не загрязняет пространство. Вот. Конкретно к ударным мне очень, ну это лично мне, нравится добавлять вот этот ревербератор плейтовый. Он есть по подписке в Slate Digital, если у кого-то есть Slate Digital, или как у меня, вот я его отдельно купил, просто потому что Slate Digital мне не очень пригодилась подписка в итоге. Хотя я не говорю, что это плохие плагины, просто мне они не пригодились. А вот именно этот плейт мне очень понравился. То есть он добавляет характера. Я его вешаю исключительно на ударные. Смотрите. Ну, я, кстати, не думаю, что в трансляции вот так смотря, только если, наверное, на какой-то большой громкости, вы услышите прям дикую разницу. Суть в том, что я вам очень советую, если он у вас есть, вешать его на ударный и пробовать менять вот эти вот, да, типы плейта, то есть какие-то, они очень, ну, смотрите. То есть я не знаю, как вам, но я к тому, что я слышу разницу, и он достаточно интересные окраски придает, и очень такие, очень насыщенные, как раз перкуссии иногда это очень подходит. Как ты оставляешь ревера, когда делаешь стемы, или если все идет на посыл? Ну, я на самом деле просто беру как бы группу и вывожу ее вот таким образом. То есть вот я, например, выделяю, там же в любом случае на этот ревер отправляется определенное количество сигнала, если там из двух групп, то, соответственно, они суммируются. Вот, и, соответственно, ревер просто висит на группе. То есть вот я беру группу, и все ревербераторы включены в этот момент. Вот, как-то так. Ну, в общем, 4 ревербератора. Дилей, здесь я особо останавливаться на всем этом деле не буду, потому что... почему он выключен, не знаю. Потому что здесь везде стоят эхобои, кроме одного момента. То есть эхобои просто разной длины.
Здесь стоят. Здесь название не совсем соответствует тому, что там происходит. Это очень старое название. Этот, как видите, вообще выключен. И здесь стоит кристаллайзер. Кристаллайзер здесь сделан только для того, чтобы добавлять... Ну, смотрите. Слышите? Там каждый, там есть дилей, который... То есть из всех вот... Всего вот этого остаточного хвоста есть дилей, который начинает понижаться на 15 центов с каждым хвостом. То есть я сделаю вот этот кристаллайзер, это некий экспериментальный как бы дилей, который добавляет именно, ну, то есть в моем треке появилась, да, вот эта идея того, что там постоянно понижающиеся вот эти тона происходят. Я решил сделать это на уровне вообще дилея, который будет все время, ну, создавать эхо, понижающееся постоянно от любых элементов, которые здесь задействованы. И, насколько я помню, то есть конкретно вот этот кристаллайзер, на него, на, сейчас, на этот кристаллайзер направлены только синтезаторы и пианино, да. То есть он не за... я не стал отправлять брасы, не струны на все это дело, я стал отправлять только синтезаторы. Ну вот вы слышали, да, сейчас, то есть пойдет понижение определенное. И как бы мне именно этот эффект и нужен был, поэтому этот дилей сюда добавлен в общую группу. Вот, и так у нас добавили мы пространство, которое хотели, то есть добавили дилей, добавили ревер, у нас появилось... Да, у нас появилось большое какое-то пространство и так далее. Папка реверов разве не замутирована, не прослушивается? Нет, она не замутирована, но там сама папка была замутирована, при этом все каналы вот так были отжаты, то есть все играло, я не знаю, почему папка замутирована была. Как вы видите, вот все играет. Вот. То есть мы добавили реверберацию, мы послушали, какая нам подходит, да, я вот конкретно там остановил выбор на вот этих реверах, на вот этих дилеях. Идем дальше. Дальше я начинаю идти по инструментам. Не обязательно делать это тем самым эквалайзером, который я здесь использую, но я вот Q3 обычно использую. Смотрите, когда мы берем библиотечные, ну вот эти вот всякие инструменты, они записаны так, чтобы у нас было максимальное, скажем так, пространство для работы, и мы могли вырезать, что нам не нужно, там, добавлять, что нам нужно. Обычно так библиотеки делаются. И поэтому, как бы, обычно есть практика, что вы любую библиотеку, когда вы, ну, когда вы VST-библиотеку используете, когда вы берете какой-то инструмент, в нем обычно придется что-то подрезать конкретно под ваш трек. То есть в данном случае у скрипки я просто... Я здесь конкретно у скрипки убираю просто ненужное вот это нижнее тело, которое почти, как вы видите, не имеет смысла музыкального в данном случае. Здесь я вообще ничего не убираю. Альты. Опять то же самое, причем резкий такой фильм, в принципе, наверное, можно не таким его резким делать, потому что вы знаете, да, что чем более резкий, чем резче мы обрубаем эквалайзером, тем больше... как бы искажение появляется. Здесь все то, что... Ну, то есть вы видите, здесь я просто у струнных отсекаю саб-частоты, которые не нужны, кроме баса. То есть басу я ничего не отсекаю. Вот. В группах здесь тоже, опять же, ничего нет. Хотя иногда в разных ситуациях на спиката предлагается... Точнее, я иногда вешаю эти, ну, транзит-шейперы всякие. Причем иногда транзит-шейпер от вот нейтрона, а иногда мне очень понравился транзит-шейпер вот такой от... забыл, как... ОЕАК или ОЕК. Саунд, или как они называются, который SUS сделали. OEG Sound, да. Он очень прикольный такой трендинг шейпер, который очень прозрачный и при этом очень хорошо работает, то есть в некоторых случаях. Ну вот, суть в том, что здесь все то же самое. Я беру и начинаю эквализировать, но, как вы видите, здесь чуть более детально, то есть я в данном случае больше выделяю сами гармоники, чем мелодическую, скажем так, часть, и также отрезаю, ну, вот смотрите. Так больше мелодии, ну, так больше мелодического звука, а так больше гармоник и чуть меньше именно нот. То есть меньше нот, больше, ну, больше гармоник. И мне как раз-то и надо это, потому что там как бы нотно вот этого материала, ну вы поняли, то есть я имею в виду, вот нота ля там 440 Гц, да? Вот я вот эти 440 Гц и прочие вот эти ноты чуть-чуть принижаю, оставляя все то, что находится вверху, и то, что дает вот эти вот хрустящие вот эти вот гармоники у струнных.
Потому что у нас вот этот рисунок дублируется еще у синтезаторов. У нас будет слишком много звучания нотного и мало гармоничного, ну, вот этой сатурации всей, да, и характера именно тембра. Вот, соответственно, здесь, скорее всего, происходит то же самое, да, но, как видите, только здесь я поднимаю чуть другие, как бы, частоты. Но совсем минорные, видите, изменения, то есть почти ничего прям кардинального здесь не происходит. Да, я, кстати, не заметил, смотрите, здесь идет у нас лейеринг, то есть у нас здесь виола, еще одна виола, и, скорее всего, там одна, например, Spitfire, а другая, например, не знаю, Метрополис. Я точно не помню, что там есть что, но на самом деле это не так важно. Вот, здесь идут челы, то есть, как видите, очень повырезал там как раз мелодические вот эти гармоники, оставил только гармоники, а здесь, наоборот, поднял просто верхнюю часть. И, соответственно, все это дело стало звучать так. То есть кардинально ничего не поменяли, просто почистили лишние, как бы, почистили лишние частоты, которые могли бы помешать, потому что у нас в синтезаторах очень много частот, и нам, как бы, надо чистить пространство. Далее, пианино здесь, опять же, просто чуть-чуть какие-то гармоники пониженные. Дальше идет у нас медь. Здесь, пока что вы поняли, то есть здесь идет чистка. Банальная чистка частот. Причем, вот, собственно, что, когда мы говорим про лейеринг, да? То есть у нас, у меня обычно вот эти три слоя, они идут в отдел. То есть конкретно здесь у меня волторны слева, а здесь эти волторны справа. Но такое обычно не происходит. Вот, я вам потом объясню, почему я так сделал. То есть обычно все это происходит вот так. То есть у меня все волторны где-то справа. Вот, верну их обратно. Но, как я говорил, вот этот слой основной. И этот основной слой должен звучать полноценно. А вот дополнительный слой, который я добавляю, в нем как раз не должны дублироваться какие-то гармоники. И для этого в фа-фильтре, почему я его использую, мне нравится очень у них такая фича, когда мы берем... Извините, эквалайзер. И смотрите, вы можете припост здесь добавить анализатор от какого-то другого слоя. То есть я нахожу, как он там, Symphonic Horns. Я нахожу этот Symphonic Horns. И когда мы играем, у нас появляется сигнал от того, от второго, да, этого. И красным показано, где они пересекаются, где происходят частотные конфликты и насколько они серьезные. И вы можете по вот этим меткам просто сравнивать два разных канала, когда вы лейерите что-то. И вы можете лейерить, как бы, и у одного канала вырезать именно те частоты, которые мешают второму, да? Ну, вы поняли, в общем. И, соответственно, третий слой, когда я его добавляю, здесь все повырезано. То есть здесь очень много всего вырезано. Возможно, кстати, это не очень грамотно. Я сейчас уже смотрю, так думаю, я давно этот эквалайзер настраивал. Как видите, то есть это сделано просто для того, чтобы добавить какого-то вверху агрессивного звучания. И, соответственно, все это вместе звучит следующим образом. То есть звук стал чище, мы почистили лишние эти, у нас теперь есть основной звук и есть лейер. Если до этого были все основные, все друг на друга одеяло перетягивали, теперь у нас есть основной и есть добавочная какая-то к нему. То же самое с тромбонами, то есть вот один тромбон, вы как видите, вообще здесь ничего не происходит, давайте я его уберу. Это сделано для того, чтобы я потом по нему вот здесь мог сравнивать и находить вот эти частоты. Так же, как я вам сейчас до этого показал. Здесь вырезаны частоты лишние, чтобы был звук. Не такой, а вот такой. Чтобы ничего лишнего не мешалось. И дальше идут точно так же тубы, в которых опять здесь ничего не вырезано. Здесь обрезанный верхний, просто чтобы там и так уже много вот этого фрулированного мяса. Здесь мне скорее нужно нижние частоты, да, то есть вот. Сейчас чуть дальше. Там и так есть инструменты, которые звучат вот так вот жирно. Мне нужно скорее бас добавить. И здесь, скорее всего... ну здесь вообще какие-то конкретно мелодические частоты вырезаны, просто чтобы они друг другу не мешали. Потому что у нас баса и так много, да? И лишний бас... То есть мне здесь нужно было скорее
тело тубы, чем его нотные вот эти вот. И видите, у нас три разных баса, три разных характера. Вот. Перкуссия здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет. Хоры, как видите, тоже я понял, решил, что они друг другу, в принципе, не мешают. Вот. Хиты здесь тоже ничего нет. То есть хиты, я объясню, почему здесь ничего нет, потому что хиты как раз-таки должны прорезаться сквозь весь трек, и, соответственно, они как раз то, что я обычно меньше всего подрезаю, как раз для того, чтобы все остальное под них проминалось, а не они под аранжировку, да, потому что хиты должны превалировать. Я вам потом еще прием расскажу один, который здесь конкретно не используется, но он иногда может использоваться. Речь про сайдчейн, но я чуть позже про это скажу. Дальше идут синтезаторы, и да, здесь каждый, вот с синтезаторами как раз больше всего происходит работы, потому что они все звучат очень по-разному, да. Смотрите. Я здесь долго искал эквалайзер, который бы мне понравился бы по звучанию, и нашел вот этот. То есть, как вы видите, здесь середина вот на 3000 поднята, то есть прям хорошенько так. И при этом как бы обрезаны частоты здесь вот внизу. Вот. И это сделано как бы, ну, просто для того, чтобы повысить середину как бы у этого синтезатора и чуть-чуть убрать низ лишний. Вот, это эквалайзер, что в Native Instruments, вот в наборе, как он, Complete, там, ну, в общем, это эквалайзер от Native Instruments, если вдруг кто не знает. Дальше, Head Crusher, это не, это от Audio Salt такой сатуратор, который просто, смотрите. То есть он просто чуть-чуть сатурирует сигнал. Причем я его, как видите, драйв совсем немножко выкрутил, то есть я здесь очень аккуратно все это делал, просто чтобы не перегрузить. Но в финале, смотрите. Он становится намного жирнее, а так как это у нас основной синтезатор, по-хорошему он должен быть очень сочным, да? И небольшой эхобой просто для того, чтобы что? Это вот как раз тот случай, когда я добавляю именно ну, дилей или там ревербератор иногда добавляю на конкретный канал, потому что мне именно у него нужно вот этот вот дилей. Итого у нас как бы как вы видите, мы его усилили. Дальше идет и да, давайте я сейчас буду их фризить, просто чтобы у нас потом не было с ними проблем. Сейчас вы понимаете, то есть мы занимаемся пока тем, что, то есть, ну, усиливаем какие-то сигналы и так далее. Но, кстати, сейчас я совсем забыл вам одну деталь показать, я вам сейчас покажу. То есть мы сейчас к синтезаторам перешли, одну деталь я забыл вам показать. А конкретно я забыл вам сказать о панорамировании. То есть вы, когда первое вообще первоначальное сведение делаете, то есть первым делом нужно выстраивать баланс, не трогая никакие плагины. Вы должны выставить баланс между инструментами так, чтобы он вас устраивал. И самое главное, вы должны панорамировать уже сигнал там куда-то в стороны, да? И в данном случае, то есть у меня почти ничего в треке нет в центре. То есть, потому что если все будет звучать в центре, все будет друг другу сильно мешаться. А когда вы делаете все хотя бы чуть-чуть в сторонах, отводите в стороны друг от друга, все начинает намного лучше работать. То есть вот скрипки первые, как видите, скрипка первая удлина вообще влево очень сильная. Вторая чуть менее влево, да, это... Причем я не обязательно сидеть с рассадкой оркестра, да, и вот по рассадке оркестра думать, куда вам разводить там инструменты. Не потому что рассадки оркестра — это плохо, потому что я пишу здесь неполноценную оркестровую музыку, где у меня есть... У меня нет здесь труб, у меня нет здесь полноценной перкуссии, которая в оркестре есть. У меня здесь нету вообще этих деревянных духовых, да. То есть и секции у меня не совсем такие, как обычно принято. И поэтому я должен рассаживать музыкантов не так, как принято вот в оркестре рассаживать, а так, как мне нужно для сведения. Поэтому я делаю это по-своему. То есть. И, соответственно, скрипки у меня слева, альты у меня справа. Это конкретно в этом треке. Я же говорю, вы не подумайте о том, что так в каждом треке надо делать.
виолончели еще более вправо. Еще очень важный момент, вы должны всегда помнить басы, как видите, посередине. Вы должны помнить, что в некоторых библиотеках инструменты уже спанорамированы немножко куда-то, и вы должны иногда эту разницу просто компенсировать, если вам не нужно. Например, вы хотите держать там скрипки по центру, они у вас уже немножко влево ушли, вы должны их чуть-чуть вправо сдвинуть, если в этой библиотеке конкретно так сделано. Здесь, видите, первые скрипки с пиккато сделаны ближе к центру, если мы сравним со скрипкой длинной, просто потому что нам они, во-первых, между собой я не хотел, чтобы друг другу мешали. Во-вторых, мне хотелось, чтобы вот этот спекатный, вот этот энергичный перебор был более в центре внимания. Вот, идем дальше. Все, чуть-чуть влево, еще сильнее влево, здесь наоборот, видите, то есть я хотел... Я хотел, чтобы вот этот рисунок, да, который у нас повторяется у виолончели и у альтов, он был широко, и, соответственно, у нас альты влево, а виолончели все вправо выведены. Причем, как видите, достаточно там широко, то есть вот на 60 почти, то есть, ну, там, очень сильно. Вот, и, соответственно, у нас как бы уже есть некая стереокартинка даже у струнных, да. И также дальше, то есть фортепиано посередине, потому что она у нас в интро играет, и там почти ничего не происходит, нам нужно что-то посередине. Михаил, часто ли вы используете сложные размеры в написании музыки? Этот проект вроде 4 четверти. Да, этот проект 4 четверти. Иногда, смотрите, в трейлерщине сложные размеры, не сказать, что они очень востребованы, потому что под них достаточно не всегда просто монтировать. Вот. Но, например, недавно я писал трек на 7 восьмых, да. В киномузыке вам придется постоянно сталкиваться с сложными размерами, потому что вам придется подтачивать музыку под кадры, вам придется размер менять, и из-за этого вот эта вот штука, да, с размером, она будет намного чаще использоваться, чем вот, например, в трейлерщине. В трейлерщине не всегда есть смысл делать сложно, не потому что эта музыка глупая, а просто потому что вы должны помнить, что в этот момент там еще идет картинка, и она как бы главная. Все это происходит не для того, чтобы люди музыку вашу послушали, а для того, чтобы они прониклись фильмом, который рекламируется. И музыка должна помогать этому. Поэтому излишние сложности иногда это лишнее. Вот. Дальше у нас идет медь. Медь мы все так же. То есть, видите, я расставляю, и как я говорил здесь, то есть обычно у меня все это расставлено вот так. Но в данном случае я решил просто поставить валторны сюда, просто потому что именно в этом треке это звучало лучше. Вот, далее тромбоны. Опять же, у нас слева идет тромбон. Один прям, видите, почти по центру. Потому что вот эта тема тромбоновая очень как бы важная для трека. Она одна из ключевых. Вот, соответственно, я ее поставил почти в центр, просто чтобы она была на переднем плане каком-то. Ну и басы здесь, не этот немного вправо, этот немного влево, этот еще немного вправо, просто потому что по центру у нас уже есть бас какой-то, да, и потом еще к нему добавится. То есть незачем басом. Бас, как вы знаете, что-то очень проблемное, они очень хорошо друг с другом конфликтуют при каждом удобном случае. Извините, поэтому их немного по-хорошему надо разводить там друг от друга, чтобы они друг другу не мешали. Но при этом не очень сильно, потому что бас все-таки должен сконцентрирован быть в моно, да, то есть он должен всегда фундаментом быть. Дальше, перкуссия, чуть-чуть это вправо, чуть-чуть это влево, просто чтобы добавить чуть-чуть стереокартинки в этому всему делу. Хор, этот влево, это вправо, ну вы видите, в общем, самую главную суть вы уловили, то есть все немножко раздвигается влево, чуть-чуть вправо, то есть никогда не используется все там по центру используются только какие-то ключевые тембры. Например, хиты. Хиты, то есть, идут обычно по центру, потому что, как я говорил, это очень фундаментальная часть именно в трейлерной музыке. Часто ли переключаешься в моно при построении баланса? Не часто, на самом деле, я переключаюсь в моно только в конце сведения, слушая просто, нет ли проблем. Если я понимаю, что проблем нет, то я вывожу. Если я вижу проблемы, то я начинаю их решать. То есть, в процессе прям сведения я в моно не переключаюсь. Может, это не совсем правильно, не знаю, но я не переключаюсь.
Main, да, вот мы теперь возвращаемся к синтезаторам, да, main synth у меня стоит по центру. Потому что он, собственно, главный синтезатор. Слои, как раз его, как вы видите, они все расположены очень сильно в разных сторонах. И когда я, чтобы вы понимали, смотрите, то есть, когда я начинаю добавлять синтезаторы, лейеры именно какие-то, да, я их размещаю в зависимости от того, где какой находится похожий слой у акустических инструментов или наоборот. Но обычно как бы синтезаторы подстраиваются под акустические инструменты, а не наоборот. То есть я, например, вот конкретно вот эта вещь, да. Она находится справа, а справа она находится для того, чтобы компенсировать то, что вот эти скрипки находятся слева. И если я перемещу этот синтезатор влево, то это будет уже другая картинка. Мне в данном случае нужно было заполнить как бы пространство. Ну и так далее. То есть вот этот лейер у меня чуть-чуть влево. Чтобы он не мешал, чтобы не был по центру. Этот чуть-чуть вправо, да, все правильно. Но, как вы видите, совсем чуть-чуть. Да, переходим к самим эффектам. Итак, первый лейер. Первый лейер просто звучит, как я напомню, он звучит вот так. Мне просто хотелось чем-то насытить его звучание, поэтому я не нашел ничего. Вы должны понимать, что то есть, мы не говорим про какие-то идеальные методики, да, там, мы говорим про то, что у меня появляется какая-то задача, ну, то есть, как происходит сведение. Я понимаю, что мне нужно что-то сделать с этим звуком, и я думаю, как это сделать. Я начинаю пробовать варианты. Начинаю пробовать эквалайзер, начинаю пробовать там где-то компрессоры, если надо скомпрессировать. Возможно, если бы я попробовал другой компрессор, он бы звучал чуть лучше, но я просто до него не дошел, потому что у меня много разных компрессоров. В данном случае, то есть, я решил попробовать повесить от акустики аудио Gold канал, да, врубил два разных эквалайзера. Как вы видите, поднял немножко частоты на 1,8. Здесь на 3,3 и выше поднял хай-шелфом, да, звучание. Дальше вторым я эквалайзером. Просто эквалайзеры я выбирал по характеру, как бы, какой мне больше нравился. Здесь на 4,8 чуть-чуть поднял был, да. И что тут? Тут наоборот чуть в минус я увел как бы частоты на 30... Ну да, получается. 35 Гц ниже я увел вниз, чтобы они не мешались. Дальше я повесил компрессор, выстроил 3,1, 3,1, да, ну, соотношение компрессии. Там выставил трешхолд и так далее, но, в общем, вы знаете, как все это работает. Туториал не про это. И повесил здесь какой-то вот преамп, да, то есть это сатурация небольшая. Да, вот, собственно, начал виснуть, да. Ну, в общем, я вам так... Вы слышите, да, разницу в звучании, то есть... Просто плагины от акустики аудио мне очень нравятся, но они очень ресурсоемкие. Из-за этого, видите, я вам даже не могу нормально показать звук, но я думаю, вы услышали разницу между ними. Поэтому я его сейчас просто зафрижу, и тогда вам уже окончательно покажу. Вопрос про эквализацию равняется low-pass фильтров почти нет в треке. Но... да, наверное, почти нет. То есть зависит от того, нужна ли мне по задаче как бы low-pass эквализация или не нужна. То есть в данном случае пока что мы с вами проходили, да, по всем элементам, которые до этого были, она была не нужна. Извините. Но вы поняли, то есть там, где мне необходимо в лейере в каком-то или еще где-то резать нижние, я режу нижние. Нижние часто режутся у всяких там, вон, я же говорю, акустических инструментов, где зачастую бывает много ненужной информации в этом диапазоне. Когда ты режешь синтезаторы, не факт, что ты режешь, ну, можно случайно отрезать полезную информацию в басу, или наоборот отрезать полезную информацию вверху, поэтому с этим надо быть аккуратнее. Но нужно просто в целом помнить о правиле, что нижние частоты намного легче захламить,
Ну, в общем, их испортить легче, чем в верхних. В верхних так много как бы пространства, что там зачастую друг другу ничего почти не мешает. Внизу очень мало места, как бы из-за этого все начинают тесниться, поэтому вся акустическая как бы часть обычно обрезается внизу, чтобы просто не мешать. Потому что саб всякие частоты у нас есть чем наполнять. Но при этом тоже не увлекайтесь, как бы не отрезайте низ вообще везде, просто из-за этого у вас как бы не будет фундамента. И вообще очень часто я вижу, как бы многие когда сводят, из-за недостатка акустики, как бы многим не хватает внимания на low mid, да, какой-то, на нижнюю середину, ей надо уделять больше внимания, чем как бы обычно уделяют люди. Вот. И из-за этого у них как раз нету в звучании вот этого какого-то фундамента, им кажется, что нужно там... Они начинают менять не те частоты, из-за этого как бы фундамента не прибавляется, а грязи наоборот прибавляется. Вот. Этот синтезатор, как я говорил, сведен вправо, берем следующий. Вот этот, я говорил вам, пространственный, здесь лишь отрезан самый низ, просто чтобы не создавать лишней грязи, потому что у нас там много чего есть в этом диапазоне. Чуть-чуть поднята вот эта вот колокольная вот эта часть, и отрезан вверх, просто чтобы тоже не мешать. Я его также фрижу, чтобы у нас ничего не лагало. Да, я, кстати, забыл там вам показать, как в итоге с этим голдом звучит. Вот я повесил этот голд, да, настроил эквалайзеры. И синтезатор стал намного более... Он при этом насыщенный, он при этом такой... в нем много сатурации, гармоник и так далее, но при этом он как бы очень такой агрессивный получается. Как раз то, чего нам, как бы, что нам нужно было вот в этой финальной части. Второй у нас, как я говорил, мы его чуть почистили. Третий слой... Как вы помните, он такой достаточно грязный, этот слой. И поэтому я здесь решил вот таким вот эквалайзером, тоже от акустики аудио, воспользоваться. Ну, я думаю, я не буду прям каждую характеристику объяснять, иначе у нас очень долго уйдет, да? То есть я здесь поднял вот разные частоты здесь и вверх прям сильно отрезал. Ну, вверх сильно отрезал, добавил небольшой преамп сатурации. И сделал здесь фильтр, да, до 120, просто чтобы внизу ничего не было. Вот, здесь ничего не делал. И, соответственно, было так, стало так. То есть я отрезал вверху много чего, я отрезал. Внизу отрезал лишние частоты, просто чтобы они не мешались. И поднял как бы вот эти все мидс, там верхний, нижний и так далее. В итоге вся эта тема у нас вместе со слоями звучит теперь вот так. Вот. Давайте я тоже это... зафрижу. Мы потихоньку начинаем подбираться уже к финальному звучанию, то есть у нас порезано самое... Сейчас я вам просто объясню примерно, пока у нас вот время идет, я вам объясню, что будет дальше. То есть я прохожусь, как и говорил, я чищу разные слои, я чищу разные элементы вот трека, где-то прибираю, где-то сатурирую, где-то увеличиваю частоты там и так далее, раздвигаю их по панораме. Вот. Но когда я со всем этим закончу, придет время групповой обработки, и мы почти до нее дошли. Как вы помните, в каждой из этих групп все эти треки, дорожки, они потом идут в группы. И у меня, я вам показывал в самом начале стрима группы. Мы потом с ними начнем работать, и дальше с ними как бы их начнем размещать в пространстве, скажем так. Спикатный слой. Прибраны какие-то вот эти частоты мелодические, больше добавлена гармоника, при этом низ тоже прикручен, вниз опущен.
Дальше. Ну, здесь мы уже с вами все это проходили, вы помните, то есть, когда я вам показывал все эти слои. Ну, вот здесь пинг, да. У пинга все просто, то есть, мне не хватало. Я решил ему добавить еще эхо боя, чтобы он звучал вот так. Больше ничего. Потому что он достаточно редкий элемент, и при этом он характерный, и там как бы резать что-то нет особого смысла. Здесь я вам уже все показывал. То есть Брамс основной, у которого ничего не отрезано, потому что он очень много дает как раз всего, всех тех частот, которые мне нужны. Тот самый низ. Здесь мы с вами уже вот этот балансер, да, мы все это резали, и я вам уже показывал. И то есть в итоге вся группа у нас теперь звучит так. Давайте чуть позже промотаю. То есть, как вы видите, у нас все намного стало плотнее, друг с другом связнее, и при этом как бы энергетики прибавилось. Но при этом частотность вот эта вся была, наоборот, меньше. Раньше очень много шума было лишнего, очень много как бы частот повторяющихся, ну, входили в какой-то резонанс небольшой, да, и так далее. Потому что элементы же ведь друг друга повторяют. Если как бы один синтезатор играет ноту фа, там, третьей октавы, и другой синтезатор играет ноту фа, третьей октавы, они будут вместе, независимо от того, что они разного тембра, это именно частота фа будет подниматься. Мы все это дело прибрали, прирезали и так далее. Вот. И что у нас там? FX остались. У FX, ну, здесь быстро пробегусь, Rise and Hits. Здесь, опять же, эквалайзер. Кстати, он вообще выключен. Видимо, я его не использовал в итоге. А нет, здесь вообще все почему-то выключено. Я, кстати, не знаю, слушайте, выключал ли я это или это. Скорее всего, вот эти куски, да, райзер третий. Третий райзер, это, как вы видите, маленький хвостик в конце. Которому был просто добавлен вверх, срезанный. Потому что верха там и так предостаточно. В уши добавлю. Вот, слушайте, я, кстати, вот не могу вспомнить. Я их... Эти эффекты со старого темплейта остались? Или это... Ну-ка, давайте, Little Plate. Little Plate — это очень такой простой плейт от Sound Toys. Прикольный. Ну, да, давайте его ставим. Он просто добавляет немножко хвоста. В уши второй ничего нет. White Noise ничего нет. В принципе... Мы закончили как бы с частью по дорожкам. Если у кого-то есть вопросы, вы можете сейчас, в принципе, их написать, а я потихоньку переходить начинаю к группам. Вот. И начиная с групп, в первую очередь я хочу сказать для себя, я открыл очень интересную вещь под названием, недавно совсем, под названием вот так вот, MixHub от Crystal Lord Age. Это плагин от Waves, достаточно новый. В нем удобство в том, что вы можете... В общем, вы вешаете плагин, например, на группу струнных, да? Вы здесь... Это обычный, как бы, channel strip консольный, да? То есть, если вы представляете себе аналоговую консоль, то это вот его, ее, ну, канальные вот эти дорожки. Вы вешаете... То есть, вы можете, например, минус 20 дБ сделать микрофон, этот вход там, да, добавить аналога, добавить шума. Ну, то есть, это... Вы, если прочтете, да, там... мануал, вы поймете, что конкретно это все добавляет. Я сейчас не буду разбирать прям этот плагин. Здесь у нас эквалайзер простой достаточно и очень хороший. Мне нравится, как он работает. Здесь у нас компрессор. Здесь он конкретно сейчас... А, здесь все выключено. И здесь вы можете какие-то еще плагины добавлять сверху. Здесь у нас есть панорамирование еще отдельное, но здесь я его конкретно не использую. Extra Wide — это просто расширение. Я не знаю точно, каким способом он это делает. Просто расширяет стерео, тоже не всегда мне нужно. И output. Вот, но удобство в том, что вы можете добавлять это вот в бакет некий, да, и потом открывать этот бакет и смотреть, вот я добавил сюда все группы, и вы можете в этих группах уже вместе все это смотреть и регулировать, то есть вы, у вас звучит трек. Вот, на данный момент сейчас ничего не происходит, потому что, слушайте, давайте я сейчас чуть-чуть лимитер еще приберу, потому что мне начинает на уши давить. Я чувствую, что трек уже вот так где-то. То есть я, смотрите, сейчас врублю этот
силовой этот микс-хаб на каждом канале группы, в каждой. Теперь, когда они у меня включены, я могу из любого окна каждого из этих плагинов смотреть. Угу, я понял, у меня сейчас будет все подлагивать, что ли? Так, давайте думать, что мне надо. А чтобы вам показать, видимо, мне придется что-то еще фризить. Давайте фризить. Вот я как говорил, то есть я не был уверен, с кем... Будет ли хорошо все это работать, когда мы уже финально все вот будем допиливать? Будет ли все это хорошо работать, когда при этом ведется трансляция? Видимо, ресурсов компьютера начинает не хватать потихоньку. При том, что как бы не слабый у меня компьютер. Так, смотрим, все ли я здесь выключил, чтобы у меня лишнего здесь не было включено. Так, вот этот слой я выключаю. Так, здесь все выключено. Далее, что я еще могу отключить или залейрить из такого, что тяжело может быть. Например, там, не знаю, вуш, да, с этим. Здесь два разных плагина вставлены. Но, как вы поняли, то есть преимущество вот этого CLA-плагина в том, что вы можете вешать его на каждую из групп, например, или из треков вообще дорожек, неважно. Но и суть в том, что вы можете некий общий вид, как на консоли настоящей, смотреть, регулировать что-то и так далее. Регулировать громкость — это намного удобнее, чем вы будете переключаться между дорожками и делать все это. Что я еще могу тут залейрить такого? Ну, давайте вот эти всякие валторные тромбоны залейрим, тут много... Точнее, зафризим, не залейрим. Тут много эквалайзеров, возможно, они как раз нагружают процессор. Вы уж извините, что мне приходится на все эти фризы обращать внимание, точнее, отвлекаться и тратить время, но вы сами понимаете, что... То есть я бы или заставил все каналы зафриженными и показывал вам бы в итоге трек, или как бы у меня все сейчас будет лагать. А что у вас по внутренностям рабочей машины, оперативки, например? Смотрите, у меня Intel i7-8700, потом у меня 32 гигабайта оперативки, там DDR4 стоит, или какая там последняя, ну вот это DDR3, я не помню. Ну, короче, вот эти быстрые разновидности оперативки. Затем у меня SSD, у меня два жестких диска, один на 1 терабайт SSD и другой на 6 терабайт, это обычный, не SSD. Вот. Некоторые библиотеки хранятся на SSD, некоторые библиотеки хранятся на обычном, потому что все туда поместить сложно было бы. Потом, что там еще по внутренностям обычно? Ну, в общем, видеокарта тут отношения не имеет, но у меня GTX 1080, чтобы играть в игры можно было. Вот. Давайте я пока рассказываю, буду дальше фризить инструменты. По внутренностям еще не знаю, про что еще можно будет сказать. То есть сам компьютер я собирал сам, то есть, в смысле, я его собирал по запчастям сам, то есть не покупал никаких готовой сборки. Возможно, это не очень как бы правильный подход. В сборках обычно учитывается, там, типа, они смотрят, что лучше с чем комбинируется и так далее. Но я вроде что-то сам в этом понимаю, поэтому сам собирал. Охлаждение у меня очень сильное стоит, чтобы вообще ничего не перегревалось. Давайте попробуем что-нибудь включить. Угу. Оно начинает работать, как только я закрываю окошко. Ну, такое бывает. В общем, вы поняли суть. То есть, очень удобно то, что здесь можно, я же говорю, управлять всеми этими внутренностями на ходу, как вот на настоящей примерно консоли. Это намного...
интуитивнее. Вот, эквалайзеры менять, то есть, да, и конкретно, то есть, дальше идет настройка групп для начала. У меня вот здесь, то есть, я вешаю вот эти CLA-плагины на каждую группу и начинаю здесь равнять вот это, то есть, частоты уже каждой группы, видите, то есть, high shelf, там, типа, в среднем какой-то был, в средних частотах верхних, в средних нижних и вверх, там, поднимаю или опускаю. Вот. И точно так же здесь input, здесь у разной группы. То есть я начинаю добаланшивать группы здесь конкретно. Вот смотрите, например, здесь очень сильно будет поднят, скорее всего, уже хор, так что его станет слышно. Давайте, знаете, что попробую сделать? Я попробую свернуть группы лишние, просто чтобы они... Так помогает иногда. Потому что мы сейчас будем еще плагины добавлять. Если он так будет лагать, то как-то не очень мне это нравится. Ну, в общий баланс вы поняли, то есть выстроился определенный там баланс, да, общий, который я делал. Теперь я вам просто покажу конкретно в каждой группе, сейчас вот это сверну все, конкретно в каждой группе, то есть перейду вот в channel view, да, струнные. Если мы берем, не знаю, откуда-нибудь отсюда. Да что ж он так плохо. Давайте я попробую вот этот плагин выключить. Нет, не помогает. Ну, в общем, ладно, поднимаю чуть-чуть верхний, поднимаю чуть-чуть средний, да, там, поднимаю чуть-чуть нижний, и тут все, в принципе, поднимаю. Делается это все для того, чтобы просто добавить некого жира какого-то, да, происходящему, чем именно какие-то частоты уже править. Но все равно баланс в определенном месте разный, то есть я просто... И чтобы вы понимали, все эти группы эквализируются друг в зависимости друг от друга, то есть я не просто эквализирую так, как мне нравится, я обязательно начинаю их сравнивать друг с другом. Вот, здесь, видите, небольшая компрессия какая-то есть, или даже большая. Просто, чтобы все это дело не переходило куда-то дальше. И вот этот плагин, сейчас... Это просто такой забавный плагин, я его недавно открыл для себя, он мне понравился. Это такая штука, которая просто добавляет аналоговости, так сказать. То есть, чем больше мы крутим ручку, вот смотрите... Сейчас, давайте так, чтобы все это не лагало, я сейчас повырубаю вот здесь эти лишние плагины. Включаем, выключаем. Сейчас я посмотрю, что я еще могу позакрывать лишнее просто. Здесь я ничего не могу закрыть, ладно. Я сейчас выключу просто лишние плагины, чтобы они не давили на процессор, пока я работаю с какой-то конкретной группой. Ну, пока хватит. Стоп. Нет, все равно да. В общем, этот плагин, он просто немножко добавляет вот сатурации вот этой аналоговой. Я его люблю вешать в конце вот цепочки на группы просто потому, что, ну, мне нравится. Переоткрыть не поможет от лагов или будет час открываться заново? Во-первых, будет час открываться заново, во-вторых, не поможет. Дело не в том, что он... Дело в том, что трансляция идет, и он, вы представляете, как бы, то есть сейчас компьютер в реальном времени рендерит видео в YouTube и отсылает его в интернет. Естественно, у него как бы и чтение с диска заторможено, и процессор заторможен, и оперативка. Но оперативка здесь не ключевая. Ну, то есть процессор будет заторможен просто потому, что... То есть, когда я работаю дома с этим проектом, да, он нормально работает. Но как только я включаю трансляцию в YouTube, все это начинает немножко как бы лагать. То есть, я здесь всю эту обработку, да, сделал. Плюс, заметьте, фильтр сделал. То есть, убрал саб-частоты до 20 Гц, обрезал. Просто, чтобы они не мешались. Потому что здесь не ключевые саб-частоты у этой группы. Дальше, я здесь подвешиваю нейтрон, трензин шейпер, просто чтобы добавить чуть-чуть, что здесь происходит, в нижней части, видите, ну, где циферка, а вот, то есть в нижней части просто чуть-чуть сустейны подняты,
верхний наоборот, атака больше поднята у всех этих, чтобы струны были более острые, скажем так, более пробивающие. То есть, если промотаю сюда, да? Вы видите, то есть атака стала чуть сильнее, чуть более резкая, и они чуть более прорезают как бы микс, чем до этого. Дальше идет Stage One. Stage One — это вещь, которая просто расширяет, очень хороший плагин для расширения пространства. То есть вот мы в Beats поднимаем, да, чуть расширяем. Ну, я его в прошлом стриме уже показывал. Мы расширяем, мы здесь добавляем глубины на какой-то определенный, да, там, с определенным цветом, как тут написано. Вот. И мы моноспред делаем, то есть моно — то, что будет, то есть, ну, будет ли моно еще канал при этом играться, или будет все в стерео. И добавляем, сдвигаем как бы вот этот спред в какую-то сторону, что очень мне нравится. То есть я, например, у струн все сдвигаю влево, да, то есть смотрите. Вот без него. То есть вы видите, у него, если у вас хорошая акустика, у него как бы весь фокус начал смещаться в левую часть, что мне как раз и нужно, потому что таким образом я сейчас буду расставлять пространство. Каждый плагин, ну, каждая группа будет иметь этот плагин и будет сдвигать его в какую-то определенную сторону. В данном случае все струны потихоньку сдвигаются влево, да? И Abbey Road сатуратор, очень клевый сатуратор, мне очень нравится. То есть, вы слышите, верхние частоты стали прям такие вкусно хрустящие, то есть, ну, необычные, то есть, ну, не просто, знаете, поднял эквалайзером, то есть, они, он именно сатурирует очень приятно. Так, мы здесь пока в этой группе все это отключаем, чтобы не нагружать процессор, идем дальше. Пианино. Ну, здесь, в принципе, не такой ключевой инструмент в целом в миксе, то есть, здесь происходит следующее. Сначала идет компрессор. А, это сайдчейн компрессор, он, скорее всего, что-то на себя принимает, да. Перкуссия, хиты, вот тот приемчик, про который я вам говорил. В общем, прием заключается в следующем. Чтобы у вас ударные и хиты пробивались сквозь микс, но при этом микс звучал плотно и громко, и при этом вы были на пределе громкости, скажем так, вы можете делать такой способ. Вы берете, вешаете компрессор, например, на там, перкуссию, да, ой, фу, в смысле, на какой-то мелодический инструмент, например, на пианино. И сайдчейном прижимаете его, вот хиты и перкуссию сайдчейном прижимают этот, особенно хиты, как бы. И когда у вас звучит, вот, вот у вас играет пианинка, да, но при этом начинают звучать хиты. То есть, ну, там чуть залагало, но вы поняли, то есть... В тот момент, когда начинают звучать хиты, пианинка компрессируется, прижимается и не мешает, как бы. Но при этом, когда хиты перестают играть, она выправляется обратно. И так вы можете сделать с каждой группой, и таким образом и хиты у вас становятся, ну, мясные и прорывные, и при этом они не выделяются по балансу слишком сильно, не перетягивают на себя одеяло именно в динамике. То есть они просто поджимают в момент игры другие каналы, и, а также их отпускают, когда перестают играть. В данном случае здесь именно это и сделано. Подскажи, пожалуйста, пару хороших сатураторов для органики и аналоговости. Ну, такое вот, органика, аналоговость — это такие термины. Здесь надо не так искать сатураторы. Сатураторы надо искать именно по характеру. То есть вы должны понимать, что, например, какой-нибудь вот Abbey Road сатуратор, да, от Waves, или какой-нибудь, как он, ну, Decapitator, да, от Sound Toys. Это тоже, это два сатуратора, но сатурируют они абсолютно по-разному. И у того же Sound Toys есть 5 разных характеров сатурации. То есть вам скорее надо и у Abbey Road 2 разных характера сатурации. Здесь не надо искать какую-то аналоговость. Ну, то есть если вам нужен аналоговость, ну, он тот Tone Centric, который, вот я, Greg Wells Tone Centric от Waves, он, может быть, поможет. Но здесь скорее надо искать вот конкретному тембру, конкретной группе, какой сатуратор больше подойдет. Потому что не каждой группе подойдет там, каждый какой-то конкретный сатуратор. Или вы, например, можете перкуссию сатурировать Abbey Road сатуратором, у вас будет один звук. Вы можете декапитейтором, у вас будет второй звук. Есть, например, от плагина Alliance есть такой Black Box, он будет вообще по-другому сатурировать. То есть, короче, ищите сатураторы просто, какой с конкретным звуком как звучит. Не ищите каких-то уникальных плагинов, которые просто вам сделают классный звук. Ну, если хотите, можете Гудизер в FL Studio. Говорят, он божественный, там нажал кнопку и все, звучит.
Ну, в общем, вы поняли. Пианинка. У нас, как я сказал, висит компрессор, который прижимает эту пианинку, когда вступают ну, хиты или еще что-то. Дальше идет вот этот CLA-микс, который просто, опять же, какие-то частоты поднимает. Здесь, опять же, отрезается от бас, потому что он здесь не нужен. Выровнено все что-то по громкости. Вот, опять же, этот тон-центрик висит. Здесь есть также компрессор, но он, по-моему, кстати, почти вообще никакой. Он даже, по-моему, вообще никакой. То есть, в принципе, его можно отключить. Вот, здесь, как видите, никаких ничего не настроено, ни трэш-холд, ничего. Вот, и все на этом с пианинкой. И да, идет Stage One, который, опять же, здесь моноспред, видите, очень побольше поднят. Мне надо было больше именно моносигнала у этой группы. Когда стема рендерится, сайдчейн выключается. Да, когда стема рендерится, сайдчейн выключается, потому что не совсем будет понятно, почему прижимается один сигнал, когда второго нет в этот момент. То есть сайдчейн нужен только в полном миксе, а стема выводится без него. Ну, в общем, вы видите, здесь пианинка очень широко раздвинута. При этом все, что ниже 214 Гц, все равно сделано как бы в моно тело, как бы, чтобы сохранить. При этом, то есть, цвет... Ну, вот, в общем, вы видите настройки. Разница примерно вот следующая. Ой, я хиты забыл отключить. То есть мы подняли по балансу, какие частоты намутили, накрутили. Я думаю, вы слышите, должны услышать, как пространство меняется. То есть он моносигнал при этом оставляет, но все равно расширение происходит, но при этом, как я сказал, пианинка у нас находится примерно в центре. Хотя чуть-чуть все равно, видите, смещена гравитация вправо. Но это сделано, потому что пианино у нас, например, в интро играет, да, оно одно из ключевых моментов в интро. И нам надо, чтобы оно было как бы... все равно какой-то фундамент под собой имело, несмотря на то, что дальше оно вообще не такое ключевое становится. Здесь все понятно, здесь также отключаем пока эффекты, идем дальше, брас. По группам здесь почти, здесь смотрите, на тубах я вешаю арбас, это я его от Мейерсона взял. В общем, фишка Мейерсона, и теперь как бы я ее просто взял. 42 Гц частота вешается, арбас, чтобы вы понимали, это плагин, который... типа как сатуратор, только он добавляет внизу гармоники, а не вверху. То есть он усиливает именно басовые гармоники. Если как бы я возьму вот эти все басовые тубы, да? То есть я просто добавляю басы. Вот, чтобы просто было больше баса. Далее, тромбоны, как я говорил, тут сам шифтер, но мы это уже проходили, волторны, тут ничего нет. Брас, секция. У нас здесь начинается все, с, опять же, с компрессора, который хиты поджимают, то есть как только звучит хит, брас-группа прижимается. Далее, включаем его. Дальше идет линдл, очень такой, я очень люблю этот плагин, потому что он... очень ужирняет. Это такой эквалайзер. Это эквалайзер, чтобы да, вы понимали. Но он очень, короче, очень какой-то агрессивно, едко такой, прям бустит, так бустит. Короче, с ним надо быть аккуратно, но он при этом может очень сильно поднять. Смотрите. То есть, если я захочу, например, чуть более агрессивно все это сделать, да, то есть у меня в данном случае просто отключены, здесь наоборот, он, да, я вам так разрекламировал, а здесь почти ничего не происходит. Здесь я понижал, наоборот, какие-то моменты у брас, да, у его секции, вот 1000 Гц, то есть от 200-400 до 420, здесь наоборот понижено на 2 дБ. Хотя обычно этой штукой можно повысить, как бы очень круто. Но смотрите, я вам просто покажу. Например, я врубаю повышение и врубаю там на 6 дБ. То есть вы слышите, насколько там... То есть это не просто эквалайзер, он поднимает очень жирно все эти частоты. Но в данном случае, когда я выравнивал баланс, мне это было не нужно, поэтому я на... понижаю. Здесь ничего не стоит, то есть здесь никак, хотя опять же я мог бы там взять какой-нибудь 4000 диапазон, поднять его там, да?
но в данном случае мне это не нужно. Здесь я просто на 3 дБ поднял высокие от 4 и выше. Вот. Идем дальше. Дальше идет, собственно, CLA Mix, которым я уберу эти channel view. То есть, если вот эквализацию, компрессию отменить, то будет вот так. Да, уже начинаю подлагивать, блин. Ну и Stage One, который, собственно, опять же перемещает гравитацию, как вы видите, здесь опять чуть-чуть вправо, чуть-чуть моно, здесь цвет более темный, скажем так, сделан, просто потому что мне нужен более темный здесь цвет. Много здесь сделано, скажем так, здесь ширина большая, но при этом много монопространства оставлено. Чувствуете, насколько шире стали волторны? То есть вот касаемо тромбонов и баса это не так заметно, а вот касаемо волторн, смотрите. То есть он, этот плагин мне очень нравится, как он расширяет пространство, это действительно очень круто, и при этом с минимумом каких-то артефактов. Но, например, надо быть аккуратным, чтобы вот здесь что-нибудь тоже не экстравайт какой-нибудь не поставить, еще сильнее не расширить, у вас начнутся проблемы с фазой. Вот, и сатуратор, который добавляет мясо, опять же, только теперь уже меди. А, кстати, здесь совсем немного он добавляет, то есть я не стал перебарщивать, чтобы не слишком все это хрустяще звучало, потому что у нас надо всегда не забывать, что у нас еще куча других тембров, и, как я говорил, группы, это и сейчас я вам друг от друга их отдельно показываю, увы, потому что мой компьютер не справляется, но группы всегда балансируются только в сравнении с другими группами. Вы не должны делать просто на вкус, типа ваш, вот так сделал, вроде клево звучит. Надо делать это, ну, всегда сравнивая с другими группами. Вот, теперь мы переходим к перкуссии. Из перкуссии здесь не только как бы то, что я сейчас до этого показывал. Смотрите. Вот у нас идет перкуссия. Сначала я вешаю сюда колоризирующий эквалайзер. Это не просто, это от этой, тоже от акустики аудио. Да, будет. Сейчас, подождите, давайте лишние вот эти подключаю тоже. Нет, думаю, что все равно тяжело. Сейчас я подумаю, как вам сделать так, чтобы вы услышали, и при этом он заработал. Ну, в общем, видимо, мне придется немножко этим плагином пожертвовать, потому что... В общем, потому что, как я говорил, от акустики аудио очень сильно плагины грузят процессор, и в данном случае, видимо, с передачей данных он при этом не справляется. Пока пойдем дальше, давайте. Здесь Transient Shaper. Как вы видите, у низких добавлена атака и чуть меньше опущен sustain. Здесь точно так же, здесь поднята атака и точно так же чуть-чуть опущен sustain. Но при этом атака не острая, то есть а medium и не гладкая. То есть мне нужно было максимально плотную атаку сделать. Знаете что, может я лимитер попробую выключить, может так станет лучше. И причем не просто выключить, я вообще вот так выключу. CLA, да, то есть, который добавляет просто, опять же, частоты, фильтр сверху, как видите, то есть я вверху выше 18 Гц все отрезал фильтром, просто чтобы лишних частот там не пробивалось никаких. Вот, я здесь припустил нижнюю середину, то есть вот на 1000 Гц,
Ой, здесь вот чуть ниже, чем на 1000 Гц. Вот. Здесь поднял какие-то частоты, поднял самые низкие частоты, вот на 200-300, чтобы просто было тело у перкуссии. Здесь какой-то компрессор стоит. А, не, даже не какой-то, а здесь, смотрите, здесь очень агрессивная компрессия, но при этом параллельная. То есть здесь есть небольшое количество сигнала оригинального, да, там 20%, но при этом очень агрессивная, ну, очень агрессивная компрессия. И при этом есть гейт. Это очень тоже такой интересный прием, когда вы гейтируете перкуссию, чтобы у вас лишних хвостов, в принципе, не, я, ну, думаю, не надо объяснять, как гейт работает, да. То есть все, что ниже определенного громкости, оно отрезается. И, соответственно, если у вас у перкуссии есть какие-то хвосты, они все равно отрезаются, потому что в общем миксе вот эти хвосты вам ничего не дадут, а при этом пространство освободят. И поэтому гейт для перкуссии иногда очень помогает чуть-чуть почистить пространство. И самое главное, что да, то есть таким образом динамика, ну, динамика перкуссии растет, потому что я ее более очень сильно компрессирую. То есть смотрите. Вот так или с компрессором. То есть у нее намного плотность повышается, потому что я очень сильно ее компрессирую. И в конце идет крамер тейп, то есть просто для... Тут я не стал даже заморачиваться, просто повесил этот, как его, пресет, и он заработал. То есть, как вы видите, да, слышите, перкуссия как бы стала агрессивнее звучать. Дальше, ну-ка, мы еще раз попробуем. Ну вот вы слышите, да, разницу с Diamond, когда я включаю. То есть Diamond это не просто эквалайзер, это колоризирующий эквалайзер, который действительно сатурирует очень сильно гармоники. И мне как бы очень нравится, как он это делает. Но, конечно, процессор он загружает сильно. Нет, все равно загружает сильно процессор. Я его пока уберу. А дальше идет Stage 1. Который сделан для того, чтобы наоборот, вот видите, очень моноспреда, очень много, то есть моно добавлено много, все это по центру, но при этом я хотел просто чуть-чуть расширить картинку у перкуссии. Просто чтобы расширять пространство, чтобы у вас не было тембров, которые вот тупо в моно идут посередине и все. И я беру сатуратор, который добавляет опять же. Да, сложно, конечно, то, что я не могу вам показать полностью. Но я надеюсь, я же говорю, вы услышали, как бы, как это примерно звучит с Даймондом. Он там прорывается все равно звук. Ну-ка, если я вот так сделаю. Да, жалко, что я не могу показать. Ну, в общем, сейчас я потом вам финальную версию покажу. В любом случае. Здесь я пока отключаю, просто чтобы у нас было... Дальше идет хор. Хор у нас очень тихий достаточно был, поэтому по балансу я его серьезно так поднимал. Сначала идет компрессор, опять же. Чтобы этот хор поджимать перкуссией и хитами, да, то есть сюда ссылаются конкретно, да, вот и перкуссия, и хиты, но в разной степени. Чтобы как только звучит хит, хор поджимался по громкости. Дальше идет этот линдл. Слышите, я думаю, разницу тут объяснять не надо. Дальше CLA, собственно, убираю Channel View. Вот, здесь, во-первых, мы подняли сильно по громкости все это дело. Во-вторых, я очень сильно поднял, в общем, с хором я здесь долго возился, на самом деле. Я пытался его поставить так, чтобы он и в пространстве был, и при этом не выделялся, то есть не становился главным тембром. Мне надо было, чтобы он именно характера добавил. В итоге я как бы навозился и сделал в итоге. Да, я здесь вот оберу сатуратор добавил, не знаю почему. Ну, вот, сделал компрессор, сделал эквалайзер, в котором очень сильно поднял высокий. Очень, очень долго искал вот эту частоту, именно конкретно 3.48, да, здесь, чтобы поднять конкретно вот ту, которой не хватает в общем миксе. Я же говорю, сравнивая с остальными группами. Ну и здесь порезал нижний, убрал, опять же, саббас, который здесь не нужен и так далее.
И добавил Stage 1, который в данном случае уводит влево весь хор, то есть сильно. Вот, то есть вы видите разницу. Вот. Идем дальше. Хиты. Хиты здесь, смотрите, какие настройки у нас. Во-первых, CLA, опять же, то есть, но здесь, как вы видите, почти никаких изменений, почти ничего нет. Здесь скорее просто громкость балансировалась. Вот. Никакой динамики здесь не стоит. Сейчас я включу. То есть компрессор не работает. Эквалайзер, ну, никаких гейтов, ничего нет. Эквалайзер совсем по чуть-чуть, прям совсем, то есть здесь вообще ничего не настроено. То есть, видите, на 0,7 децибела чуть-чуть приспущены высокие и чуть-чуть подняты здесь нижние, самые нижние. Просто чтобы добавить тело как бы хитам. Просто потому что хиты сами по себе уже достаточно самодостаточные во всех вот библиотеках, и они как бы имеют вес там свой уже. Вот. Дальше здесь я вешаю не Stage 1, а наоборот Center 1, я вам уже его показывал. Чтобы чуть-чуть добавить моно здесь центра, да, и чуть-чуть сайд наоборот прибрать. Чтобы хиты больше были по центру, чем по сторонам. Просто потому что мне нужно, чтобы они добавили вот этот импульс вот монтажный. А далее здесь эквалайзер, причем с динамической небольшой обработкой, чтобы вверх не поджимались. Просто чтобы было почище. Здесь компрессор, который компрессирует вообще весь. То есть просто чуть компрессирует хиты, чтобы они не настолько были динамичны. Мне нужно больше плотности, чем динамики. Поэтому я их чуть-чуть поджал. То есть сделал так, чтобы они не сильно выходили там за какие-то пределы. И этот AirBus просто, чтобы добавить. Здесь, правда, другая частота немного. Здесь добавить просто нижнего вот этого баса. Чтобы было больше внизу вот основы какой-то и громкости вот от этих хитов. От все это отключаем, идем дальше. Синтезаторы. С синтезаторами, смотрите, здесь, во-первых, что тут? Здесь опять компрессор, который поджимает хиты. Классика уже, да? Дальше CLA. Здесь опять же, то есть подрезанный верхний, чтобы слишком вот 19 тысяч, то есть чтобы выше там ничего не звучало. Просто чтобы создать чуть-чуть меньше грязи. Дальше здесь вот на, получается, 1 Гц, то есть я чуть-чуть понизил звучание, потому что и так там уже много его брасов, там, да, у струнных и так далее. Я здесь его прибрал, чтобы оно не мешалось, но при этом здесь в середине вот на 6-7 Гц повысил. То есть весь этот баланс устраивался, когда я сидел здесь. И выстраивал его, ну, то есть вот здесь. Вот эти все эквалайзеры были настроены именно здесь. Когда все не лагало, было время. Ну, в общем, дальше я здесь поставил компрессию, видите, параллельную, то есть 50 на 50. Здесь достаточно такую серьезную 3 с лишним компрессию сделал, да. Ну, вот настроил threshold release. И повесил вот этот тон-центрик, чтобы чуть-чуть просто эти синты зазвучали чуть-чуть аналоговее. То есть, ну, я не думаю, что там прям вы так услышите разницу, но она минимальная есть. А дальше, я повесил SUS. SUS, вы, наверное, знаете такой плагин, он, или не знаете, тогда вот смотрите. Этот плагин, он чистит звук и очень-очень круто это делает. То есть он сам автоматически находит как бы частоты, которые создают вот эту харшевость в звуке и чистит их. Ой, я его скрыл. Смотрите, чтобы вы понимали, что он чистит. Смотрите, я включаю вот этот режим, и мы слышим только то, что он вырезает. То есть не то, что вырезает, он под, ну, вы видите, эквализирует на ходу как бы. Вот. И это очень удобно, когда ты просто вешаешь его и можешь как бы чуть-чуть вот эту всю грязь, которая очень сильно начинает мешать, чуть-чуть ее поджать и при этом не испортить как бы тембр. Но единственное, я тоже не советую с ним перебарщивать, потому что если сузы вот эти повесить на каждую группу, то может начать как бы
Слишком чистое, вот такое стерильное начинается звучание. Оно вроде, ты даже не понимаешь, вроде все на месте, но чего-то не хватает. Вот можно этими сузами немножко переборщить. Дальше идет Abbey Road Saturator. Просто добавляет каких-то гармоник. И опять же Stage One, который опять же здесь моноспред, видите. То есть все по центру, никуда не смещается ни влево, ни вправо. Ширина достаточно сильно раздвинута, цвет вниз я увел, то есть более темный, скажем так, цвет, потому что напомню, что мы делаем, то есть этот трек у нас темный, вот, для темного альбома. Ну вы слышите, да, как расширяется пространство? Вот. Соответственно, здесь тоже все отключено. Ну и FX там особо ничего, там, по-моему, CLA Hub только. Да, здесь никаких настроек почти нет, здесь только сам CLA Hub, в котором просто в основном баланс настроен, ну, какая-то небольшая компрессия есть, как видите, вот два. Просто чтобы чуть-чуть прижать, просто чтобы чуть-чуть уплотнять как бы происходящее, да. Ну. Тон центрик, опять же, экстра вайт, вот этот режим просто, чтобы... То есть я даже сюда Stage One никакой не вешаю, просто экстра вайт чуть делаю, да, смотрите. Вот, скажем так, вот так было. Вот так стало. Ну, в общем, ничего прям кардинального, просто небольшой баланс и небольшая компрессия. Вот, собственно, все. То есть на этом сведение заканчивается, как бы. И, то есть вся вот эта финальная, ну, вся эта финальная групповая обработка очень долго происходит, до тех пор, пока я не выровняю как бы все частоты между собой так, чтобы все это хорошо звучало. Вот. И теперь, как бы, я так понимаю, что здесь, если я сейчас все включу, то, увы, скорее всего, он не заработает. Поэтому я сейчас вам, скорее всего, просто в папке открою этот трек. Вот примерно так, то есть сейчас на ваших глазах как бы мы вот этот трек собрали, и этот трек пойдет в альбом, вот
который потом отправится в голливудские трейлер-хаусы, и они его там будут смотреть. То есть, как и было обещано, разбор гибридного трека от идеи до финального сведения, конечно, получилось немного с проблемами, да, производственного характера. Но как, опять же, вот на мастер-классе у Алана Мейерсона, когда мы были, мы его спросили, а бывало у вас такое, что у вас, наверное, ничего не лагает? Он говорит, вы что, ребят, у всех все лагает всегда. Вот, поэтому, видимо, без этого не обойтись было. Но самое главное, что, то есть, я хочу вам уделить еще раз внимание на то, когда мы все уже это дело завершили, да, на то, как именно я выстраивал вот этот весь баланс. Вот смотрите, у нас начинается интро. Тут все понятно. Точка. Мы сделали точку, бум, очень хорошо слышно и так далее. То есть мы сделали точку, сделали паузу. У нас интро закончилось на этом деле. Мы начинаем наш основной мотив. Он уже к этому времени приелся, надо добавлять что-то новое. То есть, во-первых, добавляется вот эта вот проходящая вот эта штука, да, а во-вторых, появляется новый оттенок у этого тембра, потому что в это время у нас выползает вот этот третий лейер, да, у синтезатора. Дальше меняется функция. И происходит резкий переход. Подходит к концу часть. Делается пауза для того, чтобы монтажер мог эту часть отрезать. Здесь у нас финальная часть, чем отличается от середины. Если бы мы просто ставили то, что было в середине, оно было похоже, было бы странно. Здесь у нас основной мотив остается тот же, но, во-первых, добавляется контрмелодия, которая тут пам-пам-пам, да, она становится во главе. Во-вторых, появляется у перкуссии прям конкретный рисунок, который дублируется с пикатными струнными. То есть, ну, в общем, добавляется много разных элементов и меняется гармония, да, то есть у нас другая аккордовая последовательность. Из-за этого происходит как бы ощущение развития. Но при этом мы остаемся в, ну, главная идея, да, главный мотив трека все время продолжает звучать при этом. Дальше мы расширяем звучание не только динамически, мы еще как бы расширяем его в диапазоне. То есть, если у нас раньше мелодически, вот я имею в виду по нотам, если смотреть, все было вот примерно в таком диапазоне, да, в этот момент у нас появляется скрипка здесь, у нас там какие-то басы становятся более ощутимыми, то есть мы начинаем расширять диапазон. Перкуссия становится агрессивнее, и самое главное, что мелодия появляется у скрипки, то есть вот эта мелодия становится менее какая-то... То есть масса звука расширяется, но при этом как бы мелодичность вот эта, так как там играют скрипки, мелодию в основном, и мы ее слышим в основном там, то она все равно еще остается как бы мелодичной, не настолько как бы еще трагичной, да? То есть она все равно такая плавная, да? То есть она такая... То есть понятно, что она предвещает что-то, то есть что-то дальше будет еще. И, собственно, дальше и приходит следующая часть. В которой вот этот рисунок основной, да, который та-та-та-та-та-та-та-та-та, он еще сильнее расширяется, потому что у нас появляются спикатные струны вверху. Появляется хор, который наводит как раз вот этой уже апокалиптичной какой-то массы, ну и так далее. Обратите внимание, как вот только на половине следованного предложения появились пикатные струны в самом верху, вот эти самые высокие. То есть, смотрите, здесь их еще нет. А вот теперь они появляются. Слева.
И да, в конце классическая такая гармония, когда берется просто сначала кадансовый, да, а потом доминанта. И потом доминанта. Берется большая пауза, чтобы от всего этого отдохнуть, что мы сейчас услышали. И финальный титр. И дата фильма. Ну вот, собственно, все. Теперь, наверное, давайте... Мы очень долго как бы сидим. Вот, я очень рад, что вы со мной все здесь остались. Давайте... Какие-то вопросы, все, которые у вас есть, может быть, какие-то вне, то есть, этого трека, на какие смогу отвечу, но только давайте не растягивать на 3 часа, как в прошлый раз. Вот, и тогда будем потихоньку расходиться. Мне кажется, трек для трейлера фильма «Дюна» был бы очень даже ничего. Скорее всего, трейлера фильма «Дюна» будет что-то очень экспериментальное, я так предполагаю, потому что там Вильнёв, режиссер, который любит сейчас такой он... интересный авторский как бы взгляд у него, и скорее всего там будет что-то такое необычное. То есть этот трек скорее чуть более обычный, чем, то есть, ну, мне кажется, для Дюна он не совсем зайдет. Дюна не блокбастер, Дюна это такой больше арт, чем блокбастер. А самый подробный разбор, что я видел, спасибо. Стрим-пушка, крайне мало такого в открытом доступе. Ну вот, да, понимаете, я понимаю, что крайне мало такого в открытом доступе. Я очень долго не готов был делиться как бы своими знаниями, потому что считал, да я сейчас считаю, что мне еще многому есть чему поучиться и научиться. Поэтому, знаете, сразу бежать и учить всех тому, что сам научился, не знаю, всего остального, как бы тоже неправильно. Но я просто понимаю, что сейчас действительно есть уже много вещей, которые я могу показать и кому-то что-то ответить. Поэтому, собственно, я начал все это делать. В общем, ну да, спасибо, спасибо. Если, я говорю, подумайте, есть ли у вас именно вопросы. То есть, мне очень действительно приятно, что вы все это пишете. Вот, но пока есть возможность, задайте лучше какие-то мне вопросы, чтобы я вам с чистой совестью на них ответил. Точнее, ответил и с чистой совестью пошел спать. Очень точный разбор, вопросов особо и нет, огромное спасибо. Ну да, раз особо нет вопросов, это хорошо. Ну, в общем, я вам всем желаю, как бы, я еще раз вам прошу просто помнить о том, что то, что я здесь показываю, это не значит, что надо садиться и копировать, как бы, все вот эти, там, не знаю, техники, там, еще там что-то, да, то есть это лишь, я вам максимально старался показать ход мысли, когда я делал этот трек. То есть этот трек... далеко не идеальный там пример там какой-то суперкрутой музыки, далеко не главный там пример того, как надо структурировать трек, да, тут нет доп-концовки, например, хотя в трейлере обычно есть доп-концовка, ну и так далее, но мне хотелось просто показать вам, как он из идеи, из какого-то мотива дальше превращается, конструируется в какую-то структуру, затем в звучание, в динамику и так далее, как монтажность вот та самая добавляется. И то есть самое главное, что я помнил изначально как бы о идее того, что этот трек должен быть dark, гибрид, там, epic, блокбастер, там, вот эти все теги, да, которые мы любим на стоках. То есть он должен был быть темный и блокбастерный. То есть вот я его к этому и тянул все время, пока я его делал. Расскажи, если не сложно, про рендер стемов, классический подход, что выключать нужно. Ну, я обычно делаю так, то есть вот я беру, да, вот у меня есть проект, я все доделал, я просто беру и начинаю солирую, точнее сначала рендерю, да, все, потому что, знаете, бывает, когда начинаешь выводить, случается вот такая фигня, я вам сейчас покажу, почему я здесь порезал все, да, а, я же все за... Ну, короче, появляются клики, я рендерю и проверяю, чтобы нигде никаких кликов не было, и когда уже аудио все готово, я обычно вывожу как бы стемы, да, но при этом, смотрите, да, есть важный момент, я стемы вывожу не просто там типа струнные, да, выделил, вывел, нет, то есть я вывожу их конкретно по функциям, то есть вот, например, здесь у нас длинные струнные, я их в таком виде, скорее всего, выведу, затем у нас здесь есть короткие, у коротких два разных рисунка, принципиально разных. Блин, у меня там все включено. Ну, короче, у коротких... сейчас вот тут включу. Мне все равно не помогает. Но, в общем, здесь, например, у верхних струнных рисунок не такой, как у нижних. И у них немного разная функция. И, скорее всего, я пока еще не думал, но, скорее всего, я их выведу отдельно. То есть высокий спиката и, типа, низкий спиката. Возможно, а может и нет.
То есть зависит от количества следующих стемов. Дальше как бы пианино выводится отдельно. Брасы, здесь, скорее всего, вся группа выведется, потому что, в принципе, это все педализированная вот такая длиннющая как бы группа с одним и тем же мотивом, здесь никакой прям кардинальной разницы нет. Перкуссия отдельно выведется, хорн отдельно выведется, то есть стемом, хиты, синтезаторы здесь я буду смотреть, то есть смотрите, например, какие-нибудь вот эти брамсы я выведу одним стемом, да, вот это все дело. Ну, ладно, я не могу, давайте. То есть вот это будет один стем, да? Потом вот этот main synth, который здесь в трех слоях и так далее, это будет, наверное, второй стем. Или нет, скорее всего, вот эти штуки тоже к нему присоединятся, и пульсы. То есть это некие вот пульсы. То есть, скорее всего, здесь будет три стема. То есть вот этот вот ping, пульс и main... Или, скорее всего, ладно, четыре я сделал бы стема, может быть. То есть синты вот эти, потом пульсы вот эти. Блин, ну короче, вы поняли. Потом пинг отдельно, просто потому что это совершенно другого характера звук. И брамса. И здесь, соответственно, скорее всего, я бы вывел... Да, наверное, все здесь. Тут, в принципе, небольшой прям какой-то сильной разницы в этом деле нет. То есть если кому-то надо будет на уровне стемов все это друг от друга отделить, они и так отделят, да? Вот. Вот, и соответственно, я, смотрите, то есть я выделяю группу. У меня, как я говорил, на full mix никаких лимитеров ничего нет, соответственно, все это не выходит в какой-то пик. Вот, и соответственно, это все дело отправляется на какие-то конкретные ревера, на какие-то конкретные дилеи, и все это выводится вместе с ними. Когда мы все эти стемы сложим, все нормально там получится, все будет звучать как надо. Возможно, немножко по балансу по-другому, но какой в этом смысл, если стемы обычно используют для того, чтобы пересвести все в 5.1, или для того, чтобы поменять где-то что-то, то есть используя только конкретный стем, соответственно, баланс в любом случае изменится. То есть если они захотят, например, перкуссию убрать оттуда, да, в любом случае баланс в треке уже изменится. Вот, как-то так. В общем, самое главное, стемы выводите функционально, и стемы выводите с ревера, но при этом стемы не должны пиковать нигде абсолютно, это важно. Чтобы их... Короче, когда вы выводите стемы, мыслите так, как будто вам должны эти стемы дать, и вы должны потом пересводить все это дело в 5.1. Просто представьте себе в этой ситуации. Вот вы инженер сведения, которому должны дать стемы, и вы это все дело должны разводить в 5.1. Как бы вы вывели в данном случае все эти стемы? То есть вот вы от этой логики скачите как бы. Сколько альбомов в год выходит на Imagine Music? Imagine. Да, сколько альбомов в год по-разному выходит. Я, конечно, хочу, как бы, чем чаще, тем лучше, но мне кажется, штук 5-6 выходит, то есть суммарно, обычно. Возможно, в будущем это будет увеличиваться число, посмотрим. То есть в моих планах увеличивать это число. Куда отправляет композитор свое трейлерное произведение? Возможно ли это сделать самостоятельно? Что именно имеется в виду, я не совсем понял. То есть отправлять композитору, отправлять свои трейлерные треки надо в библиотеке. То есть типа Imagine Music моей или типа не моей, там, других библиотек, которые не мои. Самостоятельно продвинуть трейлерный трек напрямую трейлермейкером, скорее всего, не выйдет. Я на прошлом стриме очень детально объяснял, почему. Вот, если хотите, посмотрите предыдущий стрим, там про все это говорится. Если очень кратко, просто потому что у трейлер-мейкеров так много музыки и так много запросов, что им просто не до этого. И во вторая причина, что композитор дает музыку, а библиотека дает не только музыку, но и весь сервис юридический, правовой там, и так далее. Супервайзер там есть в библиотеке. Они могут отбирать из своего каталога музыку по запросам. То есть библиотека дает намного более широкий сервис, чем просто композитор, который написал трек. Поэтому если вы хотите... Ну, продавать трейлерную музыку, скорее всего, вам 99% случаев вам придется идти в библиотеку. Добрый вечер, спасибо за вопрос. Как всегда ли приходится пересводить и мастерить трейлеры, которые принимаются для альбомов? И какие требования по громкости в луфт финального трека? Смотрите, я всегда прошу треки не мастеренные. То есть я прошу микс полный делать, но при этом мастер не делать. Вот, пересводить не приходится, я всегда говорю самим композиторам пересводить, то есть я могу им указать на проблемы, но прям пересводить сам чужие треки я никогда не пересводил. А мастерить, мы все мастерим треки, которые нам приходят, мы делаем мастеринг всех треков. И, соответственно, композиторов я прошу присылать без мастеринга.
И, соответственно, требования по громкости в LUFS, это я скорее я решаю там. Но я сейчас честно не помню, у меня вот этот мастеринговый проект открыт, там есть циферка, там есть референсы. Не помню, около 10, что ли, по-моему. То есть не минус 14, это типа слишком низко. Но и не минус 8, там это слишком громко. То есть около минус 10, по-моему. Но, как я сказал, мастерингом, то есть я занимаюсь уже, ну, я мастерю треки в моей библиотеке, а в каких-то библиотеках не так. В каких-то библиотеках все сводят отдельный инженер, все мастерит отдельный инженер, плюс они еще записывают живые струны, у меня пока только возможности нет. Но какая-нибудь аудиомэшин, у нее сводит, например, отдельный инженер, этот Грег Томли, очень крутой человек, который просто сводит очень круто трейлерную музыку. Я очень советую вам из последних альбомов треки Audiomation брать как референс по сведению, потому что они шикарно сведены. То есть, ну, они шикарно сделаны, но я имею в виду сведение там бомбическое просто. То есть это тот уровень, например, я вам не могу здесь показать, вот, потому что я переживаю за... Ну, в общем, чтобы вы понимали, здесь есть такая штука, как референсы, и в этих референсах лежит трек Audiomation. Вот. Но я не могу его показать, наверное, потому что я не знаю, как YouTube относится к авторским правам. И если я его сейчас включу, у меня потом страйк прилетит, наверное. Поэтому я вам просто дал знать, что в референсах стоит трек от Audiomation. И да, к слову, когда вы сводите, очень хорошо иметь референсный трек, чтобы просто слушать по балансу. Вот, потому что иногда может так засладиться, что вам вроде кажется, что все хорошо, а потом вы включаете в сравнение с другими треками, и очень плохо звучит трек. С этим треком именно так и было. Я потом поставил Audiomation референс и вообще весь баланс поменял, он стал намного лучше звучать. То есть на мастере нужен только лимитер, чтобы по громкости более-менее было окей. Я вам советую, когда вы делаете для мастеринга трек, чтобы у вас не было даже лимитера, чтобы у вас не было пиков в треке вообще. То есть вот если этот трек, да, включить, куда делся плеер, здесь, если вот этот трек послушать, здесь нет ни одного пика в ноль вообще. Потому что на мастере я потом подниму все это дело, и будет как бы как надо. Grooveworks. Я знаю, что есть такая библиотека, больше я вообще ничего не знаю о них. Вот. Ну все, я думаю, я не знаю, есть ли у вас еще какие-то вопросы, давайте я прям минутку подожду. У меня просто, чтобы вы понимали, до вас сигнал заходит с задержкой. Я говорю слово, а до вас это доходит секунд через 20, по-моему. Или 15, может меньше. Нет, это слишком много. Через сколько-то, в общем, секунд доходит до вас. Поэтому я как бы получаю вопросы тоже с опозданием. Ну да, я вижу, что как бы вопросов, видимо, больше особо нет. Очень неожиданно, спасибо еще раз. Все, в общем, спасибо вам всем еще раз. Спасибо, что вы здесь все пришли меня послушать, что сидели так долго со мной. Вот, я еще раз вас, во-первых, призываю не болеть, потому что сейчас у нас такое время, когда болеть нельзя. Вот. Наверное, призываю, в общем, быть благоразумными, потому что сейчас я напомню просто, что стримы начал я проводить, чтобы люди на самоизоляции всей этой, которая приносит много проблем людям, они занимались чем-то полезным. И раз я могу чем-то полезным поделиться, то было бы хорошо в это время как бы людям дать информацию. Это главная вот идея этих стримов. Как происходит отбор в вашу библиотеку? Есть какое-нибудь задание после композиции? Давайте я лично, я насколько помню. Да, скажи название трека Audiomation, что в рефах. Трек Audiomation в рефах – это конкретно здесь Protect and Defend. Есть такой у них трек из альбома Voltrus. Он, по-моему, даже самый первый в этом альбоме. Я его обожаю, этот трек. Странно, как его до сих пор никуда не взяли. Он шикарный. Ну и он немножко похож на вот этот трек в чем-то, и поэтому я его как раз использовал для референса. Да, кстати, когда вы берете треки в референсе, очень важно помнить, что если вы берете MP3 трек, то он будет звучать не так, как чистый сигнал, не сжатый, поэтому вы будете равнять под него, а потом поймете, что это сделали хуже. Потому что если вы послушали этот трек уже только в AIF или WAV, вот, то он бы звучал по-другому. Конечно, очень сложно простому рядовому человеку взять где-то треки в несжатом качестве, но если покопаться где-то, то можно хотя бы во флаке найти. Флак будет точно лучше, чем MP3. Как происходит отбор в библиотеку? Я на прошлом стриме очень долго рассказывал. Просто мне надо написать и предложить. Если кратко, мне надо написать, показать то, что там конкретно ты умеешь, да,
Я слушаю трек, если я вижу, что есть потенциал, с этим можно работать, даю на задание один трек сделать, если мы этот трек делаем, все хорошо получается, и ни у кого вопросов друг к другу нет, ну, то мы дальше делаем все остальные, ну, еще треки делаем, и делаем, и делаем, в общем, на регулярной основе. Вот если кратко. В общем, надо мне писать. Единственное, я как бы всем говорю еще раз, что я могу долго не отвечать. У меня как бы, когда ты садишься работать, и у тебя постоянно телефон вибрирует, что-то туда приходит, это очень сильно мешает. Иногда я откладываю телефон просто на целый день, из-за этого могу очень долго не отвечать на какие-то сообщения. В общем, все. В общем, не болейте, пишите музыку. В общем, надеюсь, что то, что вы здесь увидели, вам стало чем-то полезным. Ну, в общем, всем пока, всем удачи, всем спасибо.